Всем привет, вы на канале Cedric Stress, меня зовут Максим. В этом видео мы с вами сверстаем сайт, используя мою сборку. То есть цель видео не просто сверстать сайт как-то там, ну как обычно мы делаем, да, в марафонах, а сверстать максимально используя сборку. Ну то есть максимально использовать миксины какие-то, использовать там JS-реализации, готовые модули, ну и в целом показать, как я организую файлы, как я вообще в принципе верстаю сайт вот сам с нуля, настоящий коммерческий. Вот, это первое видео с видео, собственно, да, с камерой, поэтому не судите строго еще всю атмосферу, как это все выглядит, потому что будем потихонечку это все дело нарабатывать, будем потихонечку это все дело изменять. Вот, мне пока что нравится, но это, опять же, тестовый вариант, я решил лучше начать, чем не начать. Поэтому вот так. Итак, поехали, давайте перейдем к сайту. У нас, собственно, здесь такой небольшой лендинг, всего несколько секций, но, в принципе, в них есть все то, что нам нужно. То есть и слайдер мы сможем сделать с помощью сборки, да, и форму отправить, и модальное окно сделать, и табы, и так далее, и так далее. То есть очень много всего в рамках одной странички. Вот, в этом, собственно, и суть. То есть наша суть, опять же, не точность того, как мы это будем делать, не прям вот скрупулезно там Pixel Perfect запилить все это дело, а дело в том, чтобы это все сделать с помощью сборки, ну, то есть максимально, чтобы сборка здесь имела значение. Хорошо. Итак, давайте мы откроем, откроем папочку, где-то у меня здесь было уже. Вот, gulp-тест. И перейдем на страничку сборки. Нам сама страничка сборки еще пригодится, потому что я сам не помню наизусть всех модулей. Вот, но тем не менее, мы просто скачаем через download zip все, что у нас тут есть. Скачаем, откроем здесь и давайте смотреть. Нам не нужны все файлы, которые находятся в архиве, ну потому что, в принципе, здесь есть лишние файлы. Например, readme, да, который отвечает за readme именно сборки. Вот, и в принципе, хотя в принципе, наверное, все остальное, ну, можно еще gitignore убрать на самом деле, потому что конкретно для выполнения сайта gitignore не нужен. Но давайте все, кроме readme, я скопирую, ну, точнее, просто перенесу вот сюда. Вот таким образом я, собственно, создаю базовую структуру всего сайта, да, с помощью которой уже можно работать. Ну и, как обычно, я открываю либо здесь, либо могу в VS Code это сделать, это не важно. Ну, я привык делать терминал отдельно, то есть я запускаю, да. Так, все у меня на втором экране, давайте перенесем сюда. Вот, и сделаем npm install, это первая команда, собственно, на это написано, что мы вот git clone, ну, мы вместо клона сделали download zip, да. Потом у нас есть некие команды. Ну вот, сначала нужно запустить npm install, чтобы это все дело инициализировалось, запустилось и так далее. Вот, собственно, все файлики есть. Про эти файлики я уже рассказывал, что они делают, поэтому сейчас не об этом. Давайте все-таки ближе к делу, ближе к тому, что называется верстка. Сейчас пока все устанавливается, давайте мы еще посмотрим немножко на макет. Он тоже почему-то переезжает на второй экран, но ничего страшного. Здесь у нас стандартная шапка, логотип меню. Телефон, стандартный такой hero-блок, да, в котором есть картинка, есть текст. Далее просто текст, текст с цифрами, тоже ничего такого. Ну, здесь сборка не будет и прямое участие принимать, да, просто обычные блоки, чтобы было не так скучно. Вот далее уже есть блок с тултипом, как раз-таки тултип мы сделаем с помощью готового сниппета, который есть в сборке. Здесь делаем слайдер с точками и с scrollbar'ом. Вот, здесь просто блок, по клику на эти кнопочки, собственно, будет появляться вот это модальное окно. В модальном окне много всего, но, во-первых, само окно, да, нужно реализовать кастомный скролл с помощью плагина, который уже встроен в сборку. Вот, ну и, собственно, вот эти табы, которые тоже встроены в сборку с помощью плагина. Так, ну и здесь форма, отправка формы. Недавно совсем я добавил модуль по отправке формы. Вот, покажу, как он все работает, ну и, в принципе, футер, да. То есть, если говорить про готовые модули, в принципе, ради этого видео и создается в основном, то мы затронем бургер, мы затронем модальное окно, мы затронем управление скроллом, ну, потому что будет модальное, ну, что будет не модальное окно, а бургер, да, управляться скроллом. Мы затронем табы, мы затронем валидацию, мы затронем, собственно, ну, возможно, full-screen, fix full-screen блока, возможно, используем здесь. Вот, кастомный скролл. Может быть, функция определения вьюпорта, хотя вряд ли. Тултипы мы используем обязательно. Вот, слайдер. Анимация по скроллу можем по желанию добавить, как хотим сами, просто ради примера, да. В принципе, почему нет, давайте сделаем. План скролла кейкера. Ну, насколько я понимаю, у нас там
Давайте проверим. О школе, тренеры, стоимость. То есть, в принципе, о школе можно сюда, тренеры сюда, стоимость сюда. Да, то есть можем сделать, в принципе, и такие вещи. Вот, ну и с файлами на мобильных, ну это не так сложно, я думаю, мы это можем пропустить. То есть почти все модули мы реализуем в рамках этого видео. Итак, что у нас там с установкой? Все хорошо. И запускаем команду gulp. Команда gulp, она запускает, собственно, dev-версию сборки, версию для разработки. Нам эта версия нужна, потому что мы сейчас будем разрабатывать сайт. Ну и всегда обычно я делаю вот так. Открываю макет, открываю VS Code. И вот так примерно располагаю внизу, чтобы видеть и макет, и VS Code. Вот, я мог, конечно, переместить на второй экран, но поскольку я часто записываю видео по верстке, я все-таки, ну, у меня такая уже привычка выработалась, да, что я всегда делаю все на одном экране, ну, потому что для вас на одном экране приходится делать. Вот, это неплохо, это в какой-то степени тоже хорошая привычка. Ну, мало ли, если вдруг второй экран сломается, я уже без него смогу жить. Вот, но тем не менее. Итак, после запуска gulp у нас запускается сборочка localhost. Возможно, у вас будет другое, это не важно. И здесь картинка канала, собственно, да. Поэтому мы идем в index.html и сразу картинку сносим. Она нам не нужна здесь. Сносим. И также еще в начале сборки написано, в самом начале, где-то здесь, давайте найдем, чтобы не быть голословным. Так. Вот, важно обязательно удалить стили для PageBody. То есть мы сейчас идем, вот сюда идем. И мы сейчас в, не помню, в settings или не в settings. Нет, не в settings, в main, вот в main. Вот, PageBody — это стили, которые центрируют, собственно, картинку. Картинки нет, нам и центрировать не нужно. И вот написано, что мы должны удалить тестовые стили. Удаляем их. И все, у нас, собственно, пустой лист, да, мы можем уже с него начинать. Ну и обычно сайт я начинаю с шрифтов, то есть я захожу в плагины в Figma, FontFacia, и сразу смотрю, что здесь за шрифты. Здесь шрифты Joust. Давайте я погляжу сразу в свою папочку. Я не так давно начал, ну, точнее, завел папочку, да, в которой храню шрифты. Не знаю, есть ли здесь она, давайте проверим. Вот у нас есть Fonts. Так и не починила я пока этот диск жесткий. Он пока что тупит. По-моему, там нет Joust, если я правильно помню. Вот. Но пока заходит, мы все равно найдем. Нам нужен, собственно, Joust font download. Обычно именно гугление на английском языке позволяет быстро найти. У нас есть Google Fonts, но я так понимаю, что здесь у нас нет кириллицы, да? Ну, вот не везде она есть. Вроде как-то есть, да, но как-то вот не везде. Но, в принципе, если мы посмотрим на макет, опять он переехал на вторую страничку, ну ладно. Так, у нас regular, в принципе, есть. У нас semi-bold есть. И bold у нас также есть. То есть, в принципе, мы можем это сделать вот так. Окей, есть. Semi-bold 600 есть. И regular тоже есть. Вот это все мы будем скачивать, потому что я подключаю всегда шрифты локально. Ну и вот сейчас как раз таки покажу, как я их подключаю. Вот все наши шрифты. Кстати, скачались вообще все. Да? А, ну, download all я поэтому и нажал. Окей. Мы, значит, с ними сейчас поработаем. Итак, у нас здесь Joust нет. Ну вот, собственно, после этого видео, значит, дополню. Будет и Joust тоже. Хорошо, возвращаемся в папочку. Gulp test. src. Здесь будет папочка resources и в ней папочка fonts. Мы этот Müller удаляем отсюда. Вот. Ну и перед тем, как вот эти все файлики скинуть непосредственно в эту папку, их нужно конвертировать. Сборка моя работает только с файлами WoW 2. Соответственно, нужно получить из нужных, из этих файлов, да, нужные нам WoW 2. Поэтому у меня в утилитах есть font-wise-generator, так называемый, который, собственно, мне это позволит сделать. Давайте... А давайте мы, наверное, все-таки скинем эти файлики сюда, а оттуда уже будем делать. Так, semi-bold нам нужен, regular и bold. Вот они. Вот они. И все, собственно, мы теперь можем забрать путь этой папки, пройти сюда и начать давать уж regular. Конвертируем. Сразу берем semi-bold. Конвертируем. И сразу же берем следующий шрифт, это bold, тоже конвертируем. Конверт, и все. Вот они, наши три архива, отлично. Теперь мы можем, собственно, их заменять. Открываем папочку, открываем fonts и WoW2 просто вставляем. Остальные, естественно, будем удалять. Они нам уже не нужны.
Они нам будут только мешать. Так, давайте попадем в папку обратно. Значит, semi-bold в 2 есть. Ну и последний у нас должен быть. Это он. А, подождите, в обратном порядке, да. Вот он. Вот он, Just Bold. Ну и все, мы его тоже подключаем. Отлично. Это мы можем закрыть все лишнее. Макет давайте переместим, хотя он, скорее всего, уедет опять. Но пока не важно. Хорошо, файлики есть. Мы возвращаемся в VS Code. И давайте подключим шрифты. Все это делается в файлике fonts. Здесь уже есть готовый миксин, в который мы должны передать некие значения. Это название шрифта, это путь до него, это font weight и это font style. Я скопирую 3 раза. Назову здесь Just. Ну, потому что так называется шрифт, да. Вот, и пути у нас будут как Just Regular, потому что все находится в папочке Fonts, да. Значит, Just Semi Bold, если я правильно помню, и Just Bold. Проверим. Ну да, вроде бы все правильно. Теперь ставим здесь 700, здесь ставим 600. Сохраняем. И давайте попробуем что-нибудь вообще написать здесь. Шрифт вроде не подключился, а, наверное, потому что мы его не подключили, правильно? Font family у нас переменной. Вот он, Open Sans, да, нам нужно заменить его на Just. То есть я зашел в vars файлик и здесь поменял Open Sans на Just, потому что у нас файл, ну, собственно, шрифт Just. И вот теперь он поменялся, теперь он работает. Но это еще не все. Я еще подключаю шрифты обязательно в head с помощью прелоуда. Так сайт быстрее загружается. Это действительно влияет. Мои последние сайты все там 90%+. Не только за счет этого, конечно, но и за счет этого тоже. Поэтому мы должны добавить сюда 3 прелоуда. Ну и, соответственно, сделать то же самое. Just regular. Далее just semi-bold. И just bold. Здесь остается все как есть. И, собственно, все хорошо. Давайте проверим. Нет ли у нас ошибок? Есть ошибка, которая от блока, но она не относится к сайту, поэтому здесь все в порядке, здесь все работает. Отлично, значит, здесь все четко у нас. Так, возвращаемся в VS Code. Здесь, собственно, ну, vars нам, хотя, в принципе, пригодится открытый. Main тоже, fonts мы можем закрывать. Head мы можем тоже закрывать. Вот, ну и раз уж мы поговорили про, собственно, vars, давайте сразу цвета какие-то перенесем, да? Ну, например, вот так называемый акцентный цвет. Да, мы создадим здесь акцент color. Это, собственно, перемена, в которой будет храниться наш вот такой вот красненький цвет. Далее вот этот темный цвет у нас есть. Мы его назовем, ну, так и назовем, в принципе, dark color. Вот так вставляем. И что у нас еще тут есть? Ну, в общем-то, других-то шрифтов, ну, других-то нету особенно, да? Вот это такой же, да. Вот это давайте посмотрим, что это. А, это такой же, только с прозрачностью 70%. А давайте тогда его и возьмем с той же прозрачностью. Просто мы его сейчас... ну, пусть это будет текст color какой-нибудь, да? RGBA. Тот же цвет. 0,7. RGBA — это функция из STSS. То есть ее нет в чистом CSS, но есть в STSS, поэтому ее можно вполне использовать. Вот, ну и вроде бы все хорошо. Давайте проверим наши переменные на всякий случай. Да, вот они все прописаны. Единственное, что вот это меня смущает, возможно, меня не понял STSS. Ну, будем смотреть уже по ходу дела. Хорошо, хорошо. Так, ну и в принципе что? Можем начинать верстку. Так, по 100 пикселей у нас, да, отступы. 1920 минус 100 — это 1820. Значит, у нас будет 2 контейнера. Мы перейдем в settings STSS, и здесь у нас есть контейнер обычный. Мы создадим еще один контейнер fluid, так называемый, да, обычно он так называется в Bootstrap, ну, контейнер, который широкий, грубо говоря. Здесь тоже будет margin 0 авто, здесь будут тоже паддинги такие же, собственно. Вот, ну, а контейнер with мы запишем отсюда. Здесь есть вот такая переменная, которая на content with ссылается, да, а мы сделаем еще одну переменную, который будет контент fluid, то есть, ну, или fluid, давайте назовем, да, fluid, то есть широкий. И здесь назовем контейнер fluid with. Хорошо. Так, у нас есть 1170, нам нужно здесь поставить, получается, давайте считать, собственно, 1820 паддинги, ну, вроде как 1790. То есть контент fluid with 1000...
790 пикселей. Если я все правильно сделал, то должно работать. Ну и сразу давайте померим ширину. Проще всего это сделать прямоугольником. Видим, что здесь 1160. Соответственно, мы можем поставить здесь 1160. Вот так. И вот так. Ну и давайте посмотрим, какая максимальная ширина в итоге получилась у флюида. Давайте мы его где-нибудь используем, да, чтобы просто было... А, ну, собственно, да. MaxWidth, мы поставим var. Контейнер fluid width. Вот примерно вот так это будет работать. Ну и просто давайте для примера тоже его используем, чтобы посмотреть контейнер fluid. Вот. Так, смотрим, что у нас тут. Контейнер fluid в итоге, ширина... Ага, нам не показывает. А, в компьютере. Max width 1820. Ну, вроде все правильно, значит. Ну, вроде как, насколько я понимаю, все хорошо. Отлично. Ну что, давайте верстать. Верстать шапку. Для этого у нас есть файлик header. Он уже здесь есть. Вам не нужно создавать его. Ну, обычно просто header и footer всегда есть, поэтому я создаю их сразу. Меняем здесь на контейнер fluid непосредственно, да. И, пожалуй, мы здесь добавим еще header контейнер. Это класс, который будет flex использовать. Ну и внутри что будет? Будет логотип. Да, мы здесь можем сразу обратиться к нашим сниппетам. Ну, по-моему, для логотипа сниппета нет, но тем не менее, на всякий случай проверим. Так, да, его действительно нет. Единственное, что здесь есть, есть svg-img. Это важная вещь, мы сейчас будем его использовать. Хотя, в целом, здесь, наверное... А, здесь текстом, да, сделано. Ну, давайте я сделаю картинкой, хотя, подождите, сейчас проверим. Давайте попробуем вот так сделать. Вот так. И взять это как картинку просто потому, чтобы, ну, чтобы показать, как работать именно с SVG в моем, в моей сборке. Итак, идем в папочку. Ищем здесь, где у нас. Так, вот сюда. Далее gulp-test, далее src, img. Ну и здесь сделаем лого SVG. Так, лого сделали. Теперь используем SVG img. Соответственно, мы сделаем сначала ссылку, да, логотипа. Сделаем класс лого. А далее используем SVG img. Появляется изображение. Собственно, здесь уже все готово. Нам нужно только подставить. Да, это будет у нас img. Лого SVG. Здесь прописано сразу loading lazy, чтобы во всех браузерах, где поддерживается loading lazy, собственно, он работал и сайт грузился быстрее. Далее нам нужны размеры. Да, размеры я задаю прямо из макета. 228 на 48. Вот. И alt. Давайте напишем, что это логотип Robo School. Вот так. Есть. Логотип Robo School есть, только он у нас что-то не подключился. Давайте проверим. src.img лого svg. А, да, точка здесь лишняя. Вот, теперь он есть. Мы его не видим, потому что у нас все темное. Ну, в смысле, наоборот, все светлое. Вот, ну ничего страшного. Далее навигация. Для этого есть snippet gnav. Нам не нужно думать, да, и назовем это, что главное, меню. Хорошо. Навлис, навайтом и так далее. Все готово. Нам остается только заполнить это все дело контентом. Давайте. О школе, тренеры, стоимость. То есть мы сразу о школе, тренеры и стоимость. Есть. Ну и сразу давайте поглядим в модуле. В модулях у нас есть модуль по плавному скроллу. Вот он, плавный скролл. Нужно будет подключить код в библиотеке, инициализировать, да, и передать селектор якорных ссылок. Ну, а здесь всем якорным ссылкам задать data scroll. Соответственно, теперь мы понимаем, что нужно задать data scroll. Вот, ну и давайте сразу в JS. У нас есть functions. Давайте зайдем в сам файлик functions. Вот. Здесь уже прописано все, вам можно просто рекомментировать. Да, нам, по сути, нужно что? Нужно будет вот это. Я, пожалуй, это буду делать не здесь, а в своем отдельном файлике. Я считаю, что это правильный. Давайте удалим example, это просто для примера. Я просто сделаю файлик smooth scroll.js и в него это дело подключу. То есть прям возьму вот так и вставлю сюда. Вот. И обязательно нужно этот файлик теперь подключить в components.js. Вот он, components.js. Мы здесь делаем import
Собственно, да, в принципе, можем, да, ничего не передавать, просто обратимся в components и smooth-scroll. Проверим, жив в консоли нет, значит, должно все сработать. Ну и, в принципе, я думаю, все будет работать. Проверим уже, когда добавим секции. Да, ну и, конечно, нужно еще указать здесь якорные ссылки, собственно, да. Давайте это будет about, это будет trainers, и это будет, ну, пусть будет price или tariffs, неважно. Вот так, лишнее закрываем. И у нас еще в index.html остался, да, этот лишний div. Давайте, хотя, пусть пока будет. Вот, ну и остается у нас в шапке один еще элемент. Это телефон. Давайте сделаем здесь фон. Здесь у меня нет никакого сниппета под телефон, да и в принципе он не нужен. Мы просто его вручную заберем. Ну, как обычно, из макета. Итак, готово. Вот, собственно, наша структура уже есть. Давайте теперь заниматься тем, чтобы ее правильно стилизовать. Пожалуй, я еще сделаю здесь сразу блок hero. Давайте мы его создадим. Для этого в partials я создаю файлик hero.html. И здесь сразу сделаю section hero. Сохраню и подключу вот здесь вот, собственно, давайте скопируем include. Подключу его как hero. Для чего это делать, вы сейчас все поймете. И чтобы стилизовать, я создаю файлик hero.scss, обязательно с нижним подчеркиванием в начале, и напишу здесь hero, пусть это будет min height пока что 500, я пока не знаю точно. А background color у нас будет var dark color. Вот, это все нужно для того, чтобы просто вот увидеть здесь темный фон. Ну и плюс ко всему, не нужно забывать о том, что этот файлик еще не подключен, поэтому вот здесь в import нам нужно прописать еще и hero. Прописываем, и теперь вот у нас появляется темный фон. Хорошо, идем в header. Файлик header у нас уже существует, поэтому здесь сразу можем header сделать. Я, пожалуй, сделаю position absolute, left 0, top 0, width 100%, и в принципе, наверное, все. Теперь у нас появится наш, собственно, наша шапка. Мы еще забыли кое-что добавить, и я сам, наверное, забыл это сделать непосредственно в сниппете. Это класс listReset. Надо будет его в сниппет добавить. Вот, так что, да, он скоро будет. Хорошо, все элементы на месте. Можем уже стилизовать непосредственно, ну, размещать элементы как надо. Для этого мы пойдем снова в header. И здесь контейнер. Мы напишем mixin. Mixin мы можем посмотреть непосредственно в файлике. В папке mixins и в файлике mini. Здесь есть background cover, flex, flex vid center и так далее. Нам нужен flex vid center, хотя даже, наверное, не flex vid center, а flex all sb. Вот он. То есть нам нужен align items, нужно разместить элементы по краям, соответственно, должен быть space between. Поэтому мы сделаем include flex all sb. Сохраняем, и вот наши элементы выстроились. То есть одной строчкой кода, да, буквально, у нас все выстроилось. Отлично. Хорошо, идем дальше. Нам нужно теперь обратиться к навигации. Для нее я предлагаю тоже создать отдельный файлик. Ну, мало ли что, вдруг она будет переиспользоваться. На всякий случай лучше делать так, я думаю. Создадим файлик nav. Ну, подключим его, да, в main обязательно. Ну и, собственно, затем еще обращаемся к nav листу. И здесь делаем flex. Можем, в принципе, использовать mixin, а можем использовать, ну, просто обычный код. Вот. Здесь как хотите. Ну, давайте, если использовать mixin, то просто mixin flex называется. То есть include flex надо сделать. А хотя, смотрите, у нас же по центру они все. Давайте используем flex v center. Flex v center. Вот, теперь они выстроились, хорошо. Ну и остается стилизовать непосредственно сами элементы. Да, давайте обратимся к линку. Пойдем в макет. Я так сжал специально макет, чтобы вы хотя бы видели стили, потому что камера немножко закрывает, да, но ничего страшного. Ну и, собственно, мы отсюда заберем все, кроме font-weight, потому что он везде один. Вставляем, font-weight остается как есть. Здесь у нас вместо белого цвета мы давайте укажем переменную нашу, это light color. И, собственно, вот наши элементы уже имеют правильные размеры. Ну и теперь нам нужно еще сделать для айтема отступ. Это у нас будет not last child. Можно, кстати, вполне себе сделать из этого mixin, потому что я это часто использую. Вот, not last child. И давайте посмотрим, что здесь за отступ. Так, 40 пикселей. Ага, значит, margin right мы пишем 40.
Готово. Ну и, собственно, телефон. Давайте тоже сразу им займемся. Кстати, слишком какие-то жирные элементы получились, как мне показалось. А, знаете почему? Это потому, что я, наверное, не оттуда взял стиль. Да, да, так и есть. Давайте. Вот это должно быть ссылки. Я, видимо, взял у телефона случайно. И думаю, что что-то не так. Вот так должно быть. Да. Текст line центр не нужен. Это не нужно. Вместо normal я пишу цифры. Ну и, собственно, есть lint. Ну, точнее, style lint, это ругается. Вот, теперь похоже на правду. И теперь давайте для фон. В принципе, мы фон можем написать в хедере вполне себе. Либо, подождите, давайте посмотрим на get. У нас есть телефон здесь. Значит, это достойно того, чтобы сделать еще один файлик. Фон stss. Да, это может показаться муторно, что я сейчас вот миллион файлов создаю. Но поверьте, в больших проектах вы скажете спасибо самому себе, когда будете это все дело стилизовать. И не только стилизовать. Так, хорошо. Идем теперь сюда. Копируем. Нет, не то копируем. Давайте копировать стили. Вот. Ну и, собственно, здесь мы также используем light color и все такое. Проверяем. И вот наш телефон на месте. Здорово. Ну и что? Остается отступ сверху. Опять же, мы делаем не пиксель перфект. Мы примерно видим 30 пикселей. Значит, я просто для шапки... Для шапки, шапки, шапки. Где у нас файлик шапки? Мы сделаем здесь просто-напросто баннинг. 30 пикселей 0. Тем самым немножко отступим. Этого нам сейчас достаточно. Мы, опять же, не делаем какой-то там прям идеально к макету все. Хорошо, идем дальше. И вот у нас секция Hero. Мы ее уже начали. Можем просто продолжить. Поэтому идем. Давайте закроем лишние файлики. Они нам не нужны сейчас. Это не нужен. Вот Hero. Здесь напишем контейнер. И нам тут тоже должен быть, по идее, hero контейнер, потому что тоже будем флексом располагать, да, текст и картинку. Поэтому давайте так. Ну и, собственно, hero контент я сделаю блок. Далее. Рубоскоп, курсы повышения. Я думаю, это все H1. Несмотря на то, что текст разный, да, я все равно думаю, что это все вместе H1. Поэтому давайте сделаем здесь H1. Hero title. Напишем здесь robo. School. И сделаем, так, давайте вот здесь span, hero title text какой-нибудь, например, да, и сюда вставим данный текст. Есть. Ну и сразу можем сделать кнопку, записаться на курс. Ну, это, наверное, будет... интересно, кстати. Давайте, наверное, мы сделаем этой ссылкой якорной к, ну, тоже к блоку пакетов, к блоку tariffs. Поэтому я зайду в header, я заберу отсюда вот этот вот блок. Точнее, даже вот так нам нужно сделать. Вот, единственное, что здесь поменяю на hero link. И еще добавлю сюда класс btn, общий для всех кнопок. Вместо стоимости мы напишем здесь записаться на курс. Вот так вот. Да, это немножко сейчас выглядит не очень, но логично, потому что мы еще не доделали стилизацию. Хорошо, теперь идем в hero, идем в контейнер. Можем тоже инклюдить здесь flex вполне себе. Далее у тайтла мы должны сбросить margin, чтобы вот этот отступ пропал. Оп, пропадает. Хорошо. Ну и здесь что? Давайте стилизовать. Да, забираем просто все, что есть. Вставляем, как оно идет. Ну и здесь делаем var light color. Есть. И для текста, ну, тот самый title text, да, элемент, мы для него возьмем вот эти стили и просто их тоже скопируем, вставим. Все, в принципе, как обычно. Ну, color можно не писать, он уже есть у родителя. Вот так это примерно выглядит сейчас. Ну, пока что странно, да. Если мы добавим display-блок, то будет уже немножко получше. Вот. Ну и записаться на курс давайте создадим компонент btn из CSS. Также его подключим. Пожалуй, его мы подключим раньше всех. Просто потому, что он как бы такой корневой, важный. Вот. И давайте в btn мы напишем некие стили. Что мы напишем? Пожалуй, я сюда добавлю еще класс btn-reset, хотя это не ссылка, точнее не кнопка, а ссылка, но на всякий случай напишу, мало ли, вдруг ее поменяют потом. Мы этого точно не знаем, поэтому давайте так. Собственно, нам нужен будет этот background, мы его напишем переменной, нам нужен будет border radius, да, background color мы напишем var accent color. Да, ну и, собственно, стили текста. Здесь все достаточно примитивно. Мы просто их забираем, как они есть.
и прописываем. Здесь тоже будет 400. Здесь вот так. Текст line setter нам не нужен. Хотя, в принципе, пусть остается. Тоже делаем light cover. И вот так. Проверяем. Похоже на правду, но, конечно, еще не совсем. Вот, нам нужно еще элементы паддинги сделать, да? У нас 260 на 79, значит, мы должны задать такие паддинги, чтобы элемент стал 260 на 79. Я обычно это делаю прям здесь, задаю паддинг, ну, не знаю, там 20 пикселей, 10 пикселей, да, и смотрю. Давайте смотреть. У нас должно быть 79, значит, мы делаем примерно, ну, давайте 80, да, сделаем вот так. Здесь должно быть 260, значит, я увеличиваю примерно вот так, пока, собственно, не попаду. Хотя, в принципе, мы можем сделать вполне себе по-другому. Можем сделать вот так, 27.30, паддинг. Так тоже вполне себе уместно, умеренно. Вот, мы делаем вот так, а потом пишем, что минус мы хотим сделать 270 пикселей. Или 260, сколько там было? 260. Да, 260. Хорошо. И еще мы видим, что наезжает текст, потому что у нас ссылка строчная. Нам нужно сделать ее строчно-блочной. Поэтому я предлагаю использовать здесь flex. Вот таким вот образом. Просто чтобы сделать ее вот такой. Проверим, все ли хорошо. Она теперь стала слишком большой по размеру, кажется. Да, немножко стала. Но здесь... Ну, давайте 78,8 ставим, значит, нам нужно поменять на 25. Вот так. Ну и все, собственно, теперь мы можем это дело опускать вниз и так далее. Здесь все достаточно просто. Вот. Единственное, что меня смущает паддинг, да, и он разный причем. Давайте мы, наверное, здесь 1080, да, у нас высота. Давайте мы сделаем немножко от себя, пожалуй. Мы здесь сделаем, ну, минхейт оставим, ну, пусть будет 800, например, да, и сделаем некий padding top, ну, пусть это будет, ну, давайте там, 250 пикселей, то есть немножко от макета отойдем. Думаю, в этом ничего страшного не будет. Вот, далее, что мы делаем? Далее нам нужно как-то этот hero content обозначить, да, видите, чтобы, ну, перенос состоялся в нужном месте. У нас есть 516, в принципе, я думаю, если мы это зададим для... контента, да, max width 516 пикселей, то, наверное, будет плюс-минус хорошо. Ну, почти. Почти. Мы, наверное, будем все-таки для текста еще задавать еще один max width, только уже в процентах от предыдущего непосредственно. Так, проверим. Робототехники для педагогов. Да, вот теперь похоже на правду. Да, еще я забыл указать обязательно здесь text transform uppercase. Ну, а, соответственно, здесь нужен текст-трансформ, да пусть будет initial. Вот, теперь выглядит ближе к макету. Хорошо, хорошо. Ну и отступ снизу нам нужен. 50 пикселей, без проблем. Мы просто задаем вот сюда, margin bottom 50. Вот, немножко отошли от макета, но зато, в принципе, все выглядит четко, красиво, хорошо, поэтому я не вижу никаких проблем. Отлично. Идем дальше, и у нас блок about. Да, для этого мы снова создаем файлик about. HTML, и сразу можем его подключить. Для этого давайте закроем лишнее. Вот, вот сюда теперь подключаем about. Есть. Создаем секцию с классом about, контейнер, здесь все как обычно, ну и не забудем еще ID. About, да. Собственно, для того, чтобы сработал якорь. Давайте проверим, что это вообще работает. Хотя мы здесь не увидим, да, у нас слишком маленький скролл. Давайте подождем тогда, пока мы дополним контентом, потом уже. Хорошо, так, ну и, собственно говоря, мы, наверное, сделаем здесь скрытый заголовочек. Вполне себе, я думаю, здесь поможет нам Visual Hidden. Это будет о школе RoboSchool. Угу. Он уже скрыт, потому что класс Visual Hidden уже у меня есть. В, непосредственно в сборке, да, мы можем проверить, вот about, вот контейнер, вот visual hidden, вот скрытый элемент уже готов. То есть вам тут тоже думать не нужно, класс уже есть, за вас все подумано, скажем так. Делаем about desker, это у нас будет, собственно, вот этот вот текст. Забираем, вставляем, да пропускаем, в принципе, это не так важно. Мы сами этот пробел поставим. Хорошо, ну и здесь добавим еще, пожалуй, span с классом about desktop highlight, то есть выделенный текст, так называемый.
я его так называю. Ну и, собственно, нам нужно вот этот RoboSchool в него поместить. Помещаем, я, пожалуй, перенесу все все-таки на одну строчку, вот так. И посмотрим, как это выглядит. Выглядит это вот так, в принципе, все хорошо. Так, ну и создаем файлик about scss теперь. Есть. Ну и теперь, где у нас там наш main, вот он. Мы здесь подключим непосредственно about. Далее about. Обратимся сразу к Descore. Еще я люблю, кстати говоря, несмотря на то, что фон уже белый, я люблю его делать белым все равно, потому что, ну, мало ли, вдруг у body заменит фон, да, а фон селекции тоже изменится. Поэтому я всегда делаю обычно так. Ну, то есть задаю прям явный фон. Хорошо, мы забираем снова стили текста. Обязательно, как вы видите, я сбрасывал марджины. Ну, про это было видео уже не раз. Вот, ну и здесь dark. Dark color. Есть, проверим. Что-то не так. Видимо, потому что, да, я взял стили отсюда, а нам нужно отсюда. Давайте поставим 400. Для highlight. Вот так сделаем. Вот. Ну, как-то оно все равно великовато выглядит, да? Прям, ну, прям огромный какой-то текст. Странно. Хотя font size 30, здесь все правильно. Вроде бы все на месте. Проверим. Ну нет, видим, да, что здесь... А, ну здесь просто ограничение 891. Давайте зададим ограничение. Max width. Ну, 892 пикселя зададим на всякий случай. У нас здесь перенос кадрового. Здесь и остается почему-то. Видимо, так должно быть. Раз остается, раз даже... Даже типограф, собственно, да, он ничего не сказал по этому поводу. Значит, так и должно быть. Окей, хорошо. Сделаем сразу отступ padding top 120 у about, да. И сразу можем посмотреть отступ снизу. Здесь тоже, соответственно, 120. Есть. Есть padding, все, текст готов. Теперь нам нужно сделать вот эту вот вещь. Это, ну, небольшой список, видимо, о нас, да, какие-то данные. Хорошо, мы делаем ul, list, reset сразу же, и сделаем about list. Li, about item. И здесь мы сделаем что? Мы сделаем здесь, собственно, about digit, то есть число, да, какое-то. И пусть это будет p, about text. И заберем все это дело, просто будем вставлять. Раз, два, три, четыре. Давайте сразу пропишем цифры, это быстро. Вот так. Так, забираем, вставляем данные. Здесь все стандартно. Вот. Ну и посмотрим, как это выглядит. Пока что вот так. Ну, в принципе, самое главное, что нет лишнего. Нам остается только это дело уже достилизовать. Поэтому мы обращаемся к листу. Делаем здесь display grid, read template columns. Я сделаю repeat 12.1fr. Почему так? Потому что у нас, собственно, сетка 12-колоночная, да, и нам удобно. Мы видим просто, что у нас 12, и можем поделить их на 4. Соответственно, мы еще сделаем здесь gap. Gap нам нужен. Давайте проверим, какой. Gap у нас 40 пикселей. Хорошо. Вот, и еще мы обязательно обратимся к этому. И скажем, что item будет занимать у нас 3 колонки. Grid column 3 span. Все, элементы выстроены, то есть, ну, настолько гридом проще все это делать. Это тоже можно вынести в сниппеты, но я пока этим не занимался. Вот, если кто хочет, вы можете, в принципе, дополнить сборку данным сниппетом, просто сделать pull request. Хорошо, это готово. Теперь идем дальше уже к, непосредственно к диджиту. Так. Да, и у нас тут еще есть текст. Ага. И к тексту сразу. Сразу в текст сбросим маржин. Это параграф, потому что параграф, поэтому у него есть маржин, да, мы его сразу сбрасываем. Отлично. Для диджита задаем стили, удаляем лишнее, и здесь используем сразу акцент color. Ну, и для текста используем тоже некие стили. Цвет не будем забирать, он у нас уже есть непосредственно в переменной. И напишем color var text color.
Здесь не забудем 400. Вот как-то так. Все, блок готов, то есть уже сходу. Единственное, что, по-моему, все-таки цвет не сработал. Давайте проверим. Да, действительно, цвет не сработал. Ну, то есть в переменной у нас этот RGBA не работает. Мы сделаем проще. Мы пойдем в Google. Просто вставляем в Google то, что есть, и он выдает RGB. Соответственно, мы теперь RGBA спокойненько сделаем обычный, на обычном CSS, без проблем. Здесь немножко ругается у нас StyleWind. Ну, он хочет, чтобы было по-другому. Но мы это дело просто отменяем с помощью быстрого исправления. Возможно, у вас не будет ругаться. Тут уже как получится. Теперь уже текст правильный, с правильными, собственно говоря, цветами. Отлично. Ну что, теперь у нас, что вы получите после курса, следующая секция. Для нее нет якоря. Ну и, в принципе, не важно. Что вы получите после курса? Ну, это, видимо, какие-то... Не знаю, как можно перевести. Давайте попробуем. Преимущества, benefits. Ну, в принципе, почему нет? Можно называть эту секцию benefits. Поэтому давайте мы так и поступим. Наверное, сразу создадим файлик benefits.css. Вот. Пусть он будет здесь. Ну, и создадим файлик здесь. benefits.html. Хорошо. About можем закрывать. Он нам уже не пригодится. btn тоже. Подключим здесь, собственно, benefits. И здесь мы подключим, собственно, тоже benefits. Вот так. Хорошо, создаем снова секцию с классом benefits. Контейнер. Далее смотрим макет уже. Непосредственно, да, что у нас там, что вы получите после курса. Значит, h2 benefits title. Сразу проверим, кстати говоря, у нас этот заголовок и этот одинаковый, и этот одинаковый, значит, мы можем выносить его в отдельный тайтл. Давайте назовем его section title. Вот, и, собственно, давайте возьмем его и вот так сделаем. Хорошо, это есть. Ну и теперь тоже список, list reset, benefits list, li benefits item. И здесь внутри мы сделаем h3, пожалуй. Это будет benefits subtitle удостоверение. И мы сделаем здесь еще параграф, который будет benefits description. И в него мы ставим непосредственно данный текст. Есть. Хорошо. Прокопируем все элементы. Давайте. Вот так. Ну, собственно, у нас здесь будет знание. Знание. Далее так мы копируем. Вставляем. И так, практику, да, практику. Здесь будет сейчас тултип, мы им займемся, не переживайте. Вставляем. Пропускаем то, что нам предупреждает, это не важно. Хорошо. Ну и вот здесь практику давайте перенесем, чтобы сделать тултип. Для этого есть gtooltip. gtooltip. Вот снипет, который создает тултип. Здесь должно быть одинаковое значение ID и Describe By. Мы, пожалуй, назовем это, да, просто, не знаю, ID 1. Это не важно, на самом деле. Главное, чтобы они были одинаковыми. Здесь у нас будет иконочка I, вот эта вот. Да. Если она сделана буквой, она, кажется, сделана обычной или нет. Подождите, не пойму, в итоге это буква или нет. Наверное, нет. Ладно, мы ее сделаем тогда просто бэкграундом для этой иконочки. И вот здесь мы должны внутри написать текст при наличии свободных мест. Вот прямо вот здесь. Так, смотрим. Вот наш при наличии свободных мест. Здесь все работает. И здесь, пожалуй, мы еще добавим btn reset для сброса стилей. Тоже стоит это добавить изначально уже непосредственно в snippet. Так, ну что, пока что все хорошо, все работает. Теперь давайте займемся снипетами. Для этого зайдем опять же сюда. И здесь у нас есть где-то вот тултип. Вот, прописано, что они должны быть одинаковые. И дальше нам нужно подключить тултипы, да, вместо его передать, собственно, ID и класс и так далее. Хорошо, идем в functions. Давайте сначала в команде так создадим, наверное, tooltip.js, да, где мы будем уже писать код. Functions. Мы находим код тултипа, где он у нас здесь есть. А, вот он, да. Забираем его, вставляем, раскомментируем. Наш тултип готов. Единственное, что нам нужно передать сюда, да, это непосредственно какие-то элементы, да, и тултип. Так,
Write нам, наверное, не нужен здесь. Давайте проверим. Так, мы передаем ID или класс кнопки, а вместо tooltip передать ID самого tooltip. Соответственно, у нас ID или класс кнопки tooltip btn, да. Давайте попробуем прямо вот так. ID должно работать. Ну и здесь у нас будет сам tooltip. Это tooltip txt. Проверим. Ошибок вроде нет в консоли. Хорошо. Сам tooltip что выдает? А пока ничего. А, ну потому что мы еще не подключили. Да, мы не подключили. Это обязательно делать в components. Обязательно это нужно делать, иначе не сработает tooltip. Так, выходит ошибочка у нас, да. Can't find module. А, ну да, да, это я случайно назвал с нижним подчеркиванием. Конечно, не нужно так делать. Обновим страничку. Так. Неправильный элемент. Возможно, нужно передать здесь элемент. Я уже сам не помню. Давайте попробуем сделать здесь const l document query selector tooltip btn и const tooltip tooltip txt. Ну, а здесь вернем, как было, да, l, и вернем здесь tooltip. Так. Во, ошибки нет, хорошо. Tooltip уже показывается, уже занял свой placement, так называемый, да. Но мы еще зайдем обязательно в popper.js.org и посмотрим, как нам расположить вот сюда. Так, у нас есть right start, да, чтобы расположить вот в эту позицию. Либо нам нужен top end, нет, нам нужен right start. Соответственно, мы здесь используем right start. Так, ну и здесь, ну, пока непонятно, как он расположен. Возможно, мы потом поменяем, но давайте пока так. Хорошо. Теперь давайте разберемся сначала, наверное, со всеми элементами, потом уже с тулкипом отдельно. Так, идем в код, идем в папочку scss компоненты и создадим здесь section title scss, где будем использовать section title. Мы можем это закрыть, пожалуй, пока что. В main подключим, опять же, в самое начало, так как это такой общий блок, да? Section title. Ну и давайте его застилизуем. Забираем все стили. Не забудем margin 0 обязательно заголовком сбросить. Это всегда важно. Ну и dark color. Здесь еще важно отступ снизу. Я думаю, он везде будет одинаковый у всех. 60 пикселей. Вот. И еще, ну, не буду, пожалуй, создавать для этого новый файлик. Я, пожалуй, прямо здесь создам. Напишу, что это будет у нас section offset. Это у нас padding 120 пикселей 0. Дело в том, что он у всех секций такой, как я вижу, да, поэтому проще сделать класс section offset. Да, и здесь то же самое, сделать section offset, чем каждый раз писать данный код. Поэтому мы здесь эти паддинги тоже удалим. Есть. Теперь есть паддинги везде. Отлично, все здорово. Есть уже и отступ, и заголовок. Четко. Теперь идем, делаем фон в 9, в 9, в 9. Это для секции benefits. F9, проверим. Есть, появилось, все работает, здорово. И ну и дальше, я думаю, мы будем повторять по большей части код. Давайте, наверное, вот это можем забрать один в один. И да, мы выстраиваем, только здесь будет уже не 3, а 4, ну потому что элементов 3, 12 на 3 делим, будет 4. Логично. Хорошо. Да, ну и, собственно, давайте стили теперь уже сабтайтла и деска задавать. Margin 0. Снова скопируем все стили, вставляем var dark color. Вот, ну и отступ снизу можем сразу, в принципе, прописать 20 пикселей. Есть, ну и деску. Деску мы, здесь у нас опять-таки наш вот этот текст color, да, ну и, собственно, хорошо. Есть, ну и здесь не забудем 400. Ну и все, по сути, стили-то готовы. Ну, кроме tooltip, естественно. Tooltip давайте мы будем сейчас делать. Так, что можно сделать с tooltip? Знаете, мы можем кружочек, наверное, нарисуем сами, а внутрь уже вставим иконочку. То есть возьмем вот эту иконочку, как SVG, воспользуемся заодно спрайтами, почему бы и нет.
зайдем в папочку SVG, обязательно именно в эту, то есть AMG, SVG, и в нее уже положим, пусть это будет tooltip icon. Вот, именно в эту папку, потому что именно в нее собираются непосредственно все наши спрайты. Используем gUse, да, и здесь напишем tooltip icon. Иконочка должна, по идее, появиться. Да, так и есть, вот она на месте. Идем дальше. У нас размеры tooltip 24×24, и у нас есть некий фон вот такой. Ну, мы его заберем, как он есть. Создадим файлик обязательно еще для тултипа, потому что tooltip — это достаточно, ну, такая переиспользуемая штука, да. Вполне ее можно использовать заново. Вот, и давайте сразу 24×24. Вот, ну и, конечно, не забудем это дело все подключить. Без этого, естественно, работать не будет. Поэтому tooltip. Ага, вот есть размер, появился, хорошо. Далее идем опять в tooltip. Нам нужно будет еще border радиус 100%. И нужно будет задать размеры SVG-шки. Здесь у нас, ну, 2 на 12 примерно, да. То есть мы можем прям к SVG обратиться. H2, H12. Так, ну и, пожалуй, да, здесь будет ругаться, но ничего страшного. Я думаю, это ругань не критично, не серьезно. Так, слишком мелковато, да. Ну, давайте попробуем чуть-чуть увеличить вручную. Здесь уже методом подбора. Ну вот, да, похоже на правду. Хорошо. Ну и нам остается еще сделать здесь, пожалуй, include flex all center. Миксин, который нам сделает по центру данную иконку. А, ну, видите, нас не устраивает немножко, что она переехала. Ну, в принципе, ничего страшного. Мы можем для субтайтла также задать inline flex просто-напросто, и тогда переезжать не будет. Вот, ну и inline items, также центр. Вот, да, нормально. Хорошо. Ну и теперь нам нужно данный текст изначально скрыть, да, потом показывать. Я предлагаю начать сразу с стилей блока. Поэтому давайте у нас tooltip txt var light color. Border radius у нас всегда сверху. Box shadow между ними обычно ставится. Поэтому мы так и делаем. Есть. Удаляю, не нужен пиксель. Это ругается. Ну и, собственно, вот уже похоже на правду более-менее. Далее мы делаем работу с текстом. То есть вот здесь между Book Shadow и Background мы задаем некие стили. 400. И здесь у нас будет... что у нас там? Dark Color, да? Вот, отлично, хорошо. Ну и паддинги зададим 15-20. Ну, просто так зададим, как они есть. 15 пикселей, 20 пикселей. И вот наш тултипчик. Он уже похож на правду. Еще остается только пару вещей. Это, пожалуй, для тултипа сделать... отступ 10 пикселей, значит, мы сделаем здесь 10, вот так, да. Ну и здесь у нас right start все-таки, да, может быть, нам нужен все-таки не right start, а что-то другое. Ну, мы как бы вообще можем, в принципе, плейсментом не пользоваться, но мы можем сделать по-своему, но давайте попробуем с помощью него. Так, нам нужен файлик в components, tooltip.js, top end. Топ-энд у нас пошел сюда. А как нам сделать по-другому? Топ-старт разве? Давайте попробуем. Вот, да, топ-старт нам подходит. Единственное, что он, ну, немножечко еще должен наступать. Ну, этот отступ мы можем сделать самостоятельно с помощью какого-нибудь margin, например, да? Вот у нас. Хотя, не, не сможем, он нам не дает. Должен быть где-то здесь еще офсет у нас в библиотеке. Ну, то есть как-то еще дополнительный отступ добавить. Но давайте не будем над этим заморачиваться. Пока вот так. Нам самое главное сделать сейчас так, чтобы он работал непосредственно на какие-то взаимодействия. То есть по ховеру, да, он показывался. Поэтому мы здесь изначально сделаем opacity visibility и transition напишем на них. Вот. И visibility. Вот так. Так. In. Out. Вот, мы прописали. Ну и по ховерам будем показывать. Но я предлагаю ховер сделать сразу по красоте, так сказать. Да, у меня есть миксин, который называется Disable Mob Hover,
который позволяет сделать ховер только на устройствах, которые, ну, на которые можно мышкой наводить. То есть тач-устройства не будут поддерживаться, поэтому лучше сделать так, я думаю. Поэтому здесь мы используем include hover, да, и сделаем потом. Нам нужен, по идее, плюсик, tooltip txt, paste 1, visibility visible. Проверим. Да, это работает. Ну и нужно еще, кроме этого, добавить фокус. Фокус. Ну и здесь то же самое. Плюсы, все дела. Да, вот мы фокусируемся на элемент, и появляется у нас данный тултип. Хорошо, здесь все. В принципе, секция готова. Ну, в общем-то, да. Остается 4 секции. Мы уже час где-то да, здесь сидим. Ну, в принципе, неплохо. Самое главное, чтобы камера у меня не села раньше времени. Ну вот, но будем надеяться, что этого не произойдет. Итак, тренеры, да? Поехали к тренерам. Значит, это мы можем закрыть. Я так понимаю, что здесь у нас тоже 120. Да, значит, мы уже знаем, как примерно создавать секцию, что в ней содержится. Значит, так, давайте. Trainers HTML. Trainers container. H2 section title. Trainers title. Ну, trainers title можно было не писать, это так, на всякий случай. Забираем текст профессиональные тренеры. Так. Ага. И что? И нужно айдишнее, да? Trainers. Собственно, чтобы можно было переходить. Кстати говоря, давайте проверим. Тренеры не переходят, что не так. А школе переходит, а тренерс. Тренерс, видимо, я ошибся где-то в айдишнике. Нет, вроде не ошибся. Но не переходит. Странно. Так. Тренерс, тренерс. Так, проверим еще раз. Хедер. Тренерс, дата скролл, тренеры. Ну, вроде все хорошо, но что-то не хочет. Интересно. Ну, вебаут переходит, значит, код уже рабочий. Ну, а в тренеры, ну... А, ну, в тренеры не приходит, потому что секции здесь такой нет. Да, это мой косяк. Собственно, когда мы добавим тренерс, да, то тогда и переход будет работать. Да, потому что, ну, просто секции не было еще добавлено. Хорошо, здесь мы сделали. Хедер нам не нужен. Main нам пригодится. Давайте сразу подключим файлик trainers с CSS и сразу же мы создадим этот файлик. Готово. Сохраняем. И у нас теперь работа со слайдером. В слайдере есть кнопочки, есть scrollbar. Нужно все это дело как-то запустить, да, как-то заставить работать. Поэтому давайте сначала создадим структуру. По-моему, у меня есть G-Swiper, да. То есть какая-то базовая структура свайпера, да, куда мы можем передать еще и свой класс. Trainers слайдер. Или trainers можно дать контент, например. Вот, и в слайде что будет? В слайде будет у нас, пусть это будет trainers item. Далее будет image. Для этого мы используем такую вещь, как gpicture. Кстати, мы не сделали вот здесь изображение, да, ну, потом вернемся к нему. Gpicture — это у нас, собственно говоря, сниппет, который позволяет создать вот такую структуру с AVIF, VP и, собственно, с, ну, обычной картинкой. Здесь у нас... Давайте мы экспортируем эту картинку как JPEG. Пусть это будет Trainer 1. И мы везде пропишем Trainer 1. И вот здесь в конце я укажу еще JPEG. Это важно. Ну и размеры тоже очень важны. 360 на 500. На 500. Ну и, пожалуй, имя я возьму прямо отсюда. Ставлю сюда. Проверим. Нет у нас изображения почему-то. Тренер 1 AVIF. AVIF не подключается, да? Давайте проверять, что здесь. Вроде все в порядке. Что у нас в файлике? Идем в веб, в IMG. Тренер 1 AVIF есть. Возможно, я ошибся в названии файла опять. Давайте заберем его отсюда. А, ну да, я не указал файлик. Ну, то есть путь до файла, да, ING. Вот, теперь да, вот изображение работает, и оно у нас в формате именно AVIF подключилось. Мы это можем посмотреть вот здесь. Вот он, AVIF.
То есть у нас изображение максимально сжато, насколько возможно. Мы можем, в принципе, даже попробовать это проверить. Ну, не всегда VIF так хорош, но, тем не менее, 22 килобайта, 102 килобайта у JPEG и 8. Кстати говоря, у VP лучше, у него 8 килобайт, а у VIF больше. Ну, такое бывает, от такого не избавиться. В принципе, если вы хотите, чтобы VIF не работало, вы можете просто удалить вот эту строчку. Но я оставлю просто, чтобы показать, что я так и работаю, так и делаю. Окей, давайте заполним контентом, прежде чем работать непосредственно со слайдером. Так, у нас здесь что-то уехала табуляция куда-то, чем-то. Давайте оттабулируем код, beautifyем. Вот, теперь все хорошо. Все, ну и давайте теперь просто создавать слайды. Как видите, я в слайдере использую Swiper Slide, да, и потом уже непосредственно беру, оборачиваю Swiper Slide и внутри вставляю уже сам элемент. Мне это кажется так правильнее, потому что Swiper Slide, он отвечает непосредственно за слайд, а уже мой элемент — это уже мой элемент, где я делаю все, что хочу. Вот, поэтому я делаю так. У нас всего, по-моему, 5 элементов, да, насколько я помню. Да, всего 5. Поэтому мы давайте возьмем, а потом уже добавим текст к этим элементам. Так, нам нужно здесь 5, нам нужно здесь 4 и нам нужно здесь 3. Хорошо, ну и давайте сразу данные картиночки будем экспортировать. 3 и мир 2. Далее. Пример 3. Далее нам нужно будет 3. Так, не то нажимаю. Так, давайте, чтобы я не сломал ничего случайно. Угу, тренер 4. Ну и, собственно говоря, тренер 5. Есть. Обновим страничку. Вот все наши тренеры. Так, пятый тренер что-то не захотел появляться. Давайте проверим, что с ним. Тренер 5. Вроде все в порядке. А что ему не нравится? А, вот, надо было обновить страничку. Отлично, все есть, все готово. Давайте теперь заполним текст. Кстати говоря, нет, я не так понял. У нас не оставить заявку открывает, а все-таки подробнее будет открывать вот это модальное окно, да, ну, собственно, подробнее про преподавателей. Поэтому, да, будет немножко иначе, но ничего страшного. Нам главное, чтобы функционал, в принципе, можно было показать. Хорошо, после picture, давайте, наверное, здесь я не просто image сделаю, а trainers image. Далее у нас будет h3, ну, или даже не h3, потому что можно div trainers name, видно, lime. Далее будет, да, можно тоже div trainers, какой-нибудь пост, например, преподаватель по работе техники. И у нас будет кнопка, а мы кнопку сделаем с помощью сниппета. Это у нас gGraphBTN называется кнопочка. Кнопочка, которая уже готова под модальное окно, уже прямо вот сразу, да. Поэтому здесь мы используем trainers.btn, а здесь напишем, что это будет trainer1. И напишем здесь подробнее. Вот. Далее мы создадим модальное окно, которое с помощью Trainer 1 свяжется с этой кнопочкой и сразу будет показываться уже прямо вот сходу, да, то есть даже без стилей. В принципе, мы можем это сразу сделать, чтобы просто, чтобы я вам показал, как это работает. Models. HTML сделаем файлик. Здесь будет gGraphModel. Вот. И еще нам нужно будет... Так, ну, давайте сначала подключим это все дело в HTML. Модалки всегда я храню в самом низу, вот здесь, поэтому models сюда. И обязательно нужно подключить еще будет стили. Для этого мы в вендор переходим. И в вендоре есть вот он, граф model стили для модального окна. Мы его подключаем. И в functions, естественно, нужно тоже это все дело раскомментировать в JS. Так, где у нас тут? Вот граф model. Мы заберем, опять же, создадим свой файлик. Models.js. Вставим, раскомментируем. И подключим все в Components. Вот Components. Models. Вот, ну и теперь, по идее, уже работает модальное окно. Уже работает, то есть уже сходу. Здесь какая-то ошибка у нас. Model контейнер. Странно, что здесь ошибка. Возможно, где-то ошибка, ну, косяк в плагине у меня остался, я его не заметил. Ну, мы его решим по ходу дела. Да, есть ошибка, поэтому модальное окно не показывается. А, знаете почему? Да, это потому что в модальном окне вот здесь нужно указать тренер 1.
И вот теперь у нас вот наше модальное окно. Оно пока что пустое, но это не важно, мы сделаем уже его попозже. Хорошо, это есть. Теперь идем обратно в Trainers. И, в принципе, данный код мы можем копировать, вставлять и менять. Давайте сразу везде вставим. Так, вот так. И нам нужно будет еще... Давайте откроем макет. Марина Орлова. Это у нас второй, да, элемент будет. Значит, идем ко второму. Вот она. Марина Орлова. Здесь тоже меняем на Марину Орлову, естественно. Ну и смотрим, что это тоже преподаватель по робототехнике. Значит, остается как есть. Далее Максим Петров. Максим Петров мы меняем. Так, это у нас третий элемент. Вот он. Это у нас уже преподаватель по программе. Так, программирование. Далее у нас идет кто? Константин Назаров. Раз и два. Так, готово. Вроде бы все хорошо, да. Это у нас преподаватель по робототехнике, да. Ну и здесь идет последний, тоже по программированию, Лиза Весенняя, так называемая. Так, оп, и сюда тоже вставляем. Программирование. Я оставил везде одно и то же модальное окно, потому что у нас, в принципе, в макете только одно. Но это пока что не важно, абсолютно. Отлично. Ну что, теперь я предлагаю перед тем, как стилизовать непосредственно сами карточки, внутренности, да, их я предлагаю сделать, собственно, сам слайдер. Давайте этим займемся. Для этого тоже нужно создать файлик в коде вот здесь. Слайдер. Так, Слайдер.js. Сразу подключить его в компонент вот сюда прям, да. Слайдер. Есть. И теперь вот здесь нужно будет использовать снова functions. Мы давайте закроем лишний код, лишние файлики, и пойдем в functions. Здесь у нас уже кое-что написано где-то. Вот оно. Заберем его, вставим, раскомментируем. Нам нужен navigation, а pagination не нужен, но зато нам нужен scrollbar. Возможно, он тоже отдельным модулем сделан. Давайте проверим это дело. Scrollbar очень редко использую, в принципе, но, скорее всего, он тоже отдельный модуль. Как, ну, наверное, не знаю. Давайте проверять. Так. Get started. Navigation package pagination. Кстати, я не знаю, здесь где-то вообще прописано, что scrollbar это отдельный какой-то модуль или нет. Давайте попробуем написать. Ну, вроде как да, раз его предлагает нам. Хорошо, значит, мы вот здесь тоже ставим scrollbar. Это очень важно, это не относится к сборке, относится больше к свайперу, в том плане, что нужно обязательно импортировать и свайпер, и модули, которые вы будете использовать. В данном случае мне нужны, собственно, кнопочки, поэтому использую navigation, и нужен scroll, поэтому использую scrollbar. Здесь мы укажем класс, собственно, что у нас там, trainers content, да, по-моему, если я правильно помню. Давайте проверим. Да, уже что-то пошло, но еще нет стилей, поэтому все не работает, но это не беда. Мы сейчас пойдем в вендор STSS, где бы он ни был. Вот он. И вот здесь у нас есть, вот он, swiper bundle min. Мы его раскомментируем. Получаем ошибку почему-то. Да, потому что здесь точки запятой нет. И вот теперь у нас слайдер работает, как мы видим, все в порядке. Вот, но не совсем. Мы здесь не учли еще ту вещь, что у нас немножечко слайдер, видите, он начинается здесь, да, но должен продляться сюда. Значит, нужно немножечко переделать его. У меня было видео про эту тему, я сейчас не буду вспоминать с нуля, возьму просто то, что есть, вот, и уже оттуда буду использовать. Но самое главное, что нам нужно вынести этот свайпер из контейнера, это самое важное, расположить его вот так. Сейчас он будет с краю, да, но наша задача вот это тут сделать. Я опять же зайду к себе GitHub, когда я уже это делал, найду и просто использую. Так, это у нас блок, выходящий за контейнер. Что-то такое. Так, вот он. CSS, ставил CSS, и здесь есть некий padding left. Не уверен, что padding left здесь лучшее решение, хотя, в принципе, мы можем сделать как? Мы можем сделать trainers wrapper, да, и уже ему задать непосредственно этот паддинг. И тогда все будет уже неплохо.
Давайте так и сделаем, наверное, да? Где у нас файлик? Trainers. Так, вот он. Trainers. Мы сделаем здесь wrapper. И мы сделаем здесь вот такой вот прекрасный padding left. Вместо 1530 мы должны сюда поставить нашу переменную, наверное, container with. Не уверен, давайте смотреть, к чему это приведет. Нет, не container with, а, видимо, что-то другое. Давайте пойдем в vars. У нас здесь есть content with. Возможно, нужен именно он. Давайте проверять. Content with. Вот, да, видите, все стало четко. Теперь даже прижатие экрана, ну хотя, да, мы пока не увидим, что будет прижатие. Но суть в том, что все встало как надо. Отлично. Ну и теперь нам нужно сделать... Здесь надо подумать, на самом деле, как лучше. Либо задать просто, чтобы они были там по 4 элемента. Давайте попробуем задать по 4, посмотрим, что будет. Так, возвращаемся в Slider.js. Кстати, да, авто мы уберем пока что. Мы сделаем с Lights Preview. Так, View, пожалуйста, 4. И мы сделаем Space Between 40. Так, ага, похоже на правду. Ну и, собственно, все. Все работает вполне себе. Почему-то это изображение больше, чем надо. Оно действительно больше. Почему так? Интересно. Ладно, разберемся с ним. Ну и, в принципе, да, вот, все работает. Единственное... А, вот здесь, видите, 353. И изображение сжалось, поэтому такое происходит. Значит, все-таки нам это не очень подходит. Ну и, собственно, поэтому в макете у нас здесь этот элемент, видите, он немножко уехал. Значит, давайте делать авто. Давайте делать авто, и давайте будем непосредственно задавать это дело уже прямо здесь. Ну, я предлагаю прямо обратиться к Swiper слайду. И задать ему 360, прям вот как оно есть. Обновимся. Так, у нас не сработало это. Давайте проверить, почему. А, ну потому что, да, перепределяет же. Так, теперь у нас размеры элемента 360. Так, давайте проверять. 360, здесь тоже 360. Ну, вроде бы все хорошо, все равно эта картинка немножко больше почему-то. 529, да? Ну, хорошо, мы сейчас просто к картинке обратимся в стилях и зададим все, что нужно, но ладно, пока так. Окей, теперь нам нужно стилизовать текст. Давайте займемся им. Так, так сделаем. Пойдем в инспект, как обычно, заберем все, что есть у нас. И это у нас будет trainers name, по-моему. Name, здесь будет var dark color, все как обычно. Здесь будет у нас post. Можем, кстати, margin 0 сделать, хотя, в принципе, там дивы, да. Ну, ладно, уже поставил. Так, отступ снизу. Так, можно, да, 10, ага, вижу здесь, а здесь 20, хорошо. Мы заберем здесь вот это. Сразу зададим 10. Сразу зададим 20. Здесь будет 400, а здесь мы зададим... color var text color. Есть. Готово. Ну и остается наше самое подробнее. Давайте с ним разберемся. Это у нас btn. Уберем лишнее. 400. И здесь делаем var accent color. Да. Ну, примерно вот так. Ну и еще отступ от картинки, да, наверное, нужно сделать. 20 пикселей. Для этого мы класс image используем, margin bottom 20. Ну и, кстати, раз у нас есть класс image, мы сделаем здесь height 500. Ну или, может быть, лучше не height, а max height 500, что-то вот такое. Вот, так. Это не помогло конкретно вот этому человечку. А, потому что здесь нет класса trainers image, да. Он только в одном месте есть, давайте его добавим везде. Собственно, раз, два, три, четыре. Trainers image. Во. Немножко ему, конечно, поплохело здесь, но ничего страшного. Мы сейчас зададим еще здесь. Давайте посмотрим, что в макете пишут по этому поводу. 20 пикселей, да? Значит, border radius 20 пикселей. Во. И все четенько. У нас все красивенько.
Отлично. Ну что, в принципе, слайдер готов. Ну, кроме scrollbar и кроме кнопочек. Давайте разбираться с ними. Здесь я предлагаю за пределами свайпера, в принципе, да, сделать еще один блок. Trainers nav пусть будет называться. Trainers scroll. Да, и будет еще trainers btn. Yes. Вот, scroll. Давайте проверим, как он работает. Я вообще никогда не использовал scroll в проектах, поэтому чуть ли не с нуля это буду делать, но ничего страшного. Вот он у нас, scrollbar. Мы просто копируем это дело и вставляем сюда. Здесь меняем на... А, наверное, нам нужен будет этот класс, кстати говоря, да, чтобы стили подтянулись. Поэтому мы сделаем вот так, двойной класс. Ну, а сам класс привязки, да, у нас будет именно вот такой. А, проверим. Пока не проверим. Так, а что у нас, кстати, да, еще section offset мы не написали. Section offset. Так, ага. И нет у нас пока что нашего... Вижу nav, вижу scrollbar, вот он. Scrollbar drag, но его не видно. Ну, видимо, там нужны какие-то размеры свои, да? И видите, у него нет ограничения по ширине. Скорее всего, она тоже нужна. Но ничего, мы сейчас зададим ее. 360 на 5. А, в принципе, давайте сразу возьмем стили. Это у нас trainers scroll, поэтому сразу здесь scroll. Зададим это как есть. Да, вот так. Да, и здесь была ошибочка, мы ее исправим, поменяв местами. Так, проверим. Что тебе не нравится еще? А, ну, то, что я, наверное, размеры не задал, да? Давайте проверим. Так, width 360, height 5. О, что-то у нас появилось и даже работает. Отлично, все. Ну, понятно, здесь еще цвет поменяем, но в целом работает, и это уже хорошо. Ну, еще нам нужен отступ снизу. Это у нас 77, ну, давайте сделаем 75 пикселей. Это у нас от слайдера отступ. Поэтому делаем здесь еще, что у нас там, контент, да, margin bottom 75. Вот так, есть отступ, хорошо. Далее у нас есть еще здесь trainers nav. Давайте где-нибудь вот здесь используем nav. И сделаем здесь, наверное, include flex all sb. Прижмется сейчас вот сюда элемент, да, у нас. Да, ну так и должно быть, потому что он не в контейнере. Хотя, в принципе, знаете, мы можем, в принципе... Смотрите, у нас есть wrapper, да, мы можем снова задать контейнер, вполне себе, да, и это уже вынести непосредственно в контейнер и не париться со всякими там паддингами и так далее. Просто сделать вот так. Будет то же самое, но зато элемент уже будет вот здесь, в конце контейнера. Мне кажется, так удобнее. Хорошо, мы делаем дальше button btn reset, trainers btn, и давайте trainers slide, slider btn и trainers слайдер btn, это будет у нас pref, то есть предыдущий. Напишем, наверное, сразу area label. Да, перейти к предыдущему слайду. Есть, и давайте сразу... Так, давайте сделаем вот так. Скопируем, вставим к следующему слайду. Здесь мы поменяем на next. Так. Есть контакт. Что у нас тут по стилям? Я думаю, мы стрелочки сделаем стрелочками непосредственно. Хотя, давайте попроще сделаем, наверное. Да и все. Ну, то есть, прямо вот так возьмем, как они есть, да и все. Поэтому, да, возьмем так. И просто бэкграундом их вставим. Поэтому даже не будем создавать спрайт. Просто возьмем здесь next. А, это был pref. Ладно, сейчас поменяем. Да, это будет, собственно говоря... Давайте так сделаем, потом поменяем местами. Идем сюда, идем в сердце MG. Здесь изменим вот так, чтобы мы просто понимали. Это будет next, это будет pref. Вот. И мы их бэкграундом просто поставим, поэтому сразу обращаемся к слайдеру btn. Где-нибудь вот здесь, да. Что у нас там за размеры? 40 на 40, из 40 из 40. И воспользуемся тоже миксином. Давайте откроем миксины.
мини. Вот у нас есть BG Cover. В принципе, он нам и нужен здесь. Миксины обычно пишутся всегда в начале. Поэтому вот так. Ну и обязательно после них должен быть отступ вот здесь. Это важно. Ну и, собственно, background image, AMG. Хотя здесь мы не будем писать background image. Зачем? Нам это не нужно. Нам нужно написать уже непосредственно внутри pref. Да, и внутри next. Поэтому background image, AMG, собственно говоря, pref SVG. И то же самое делаем здесь для next. Так, вот они наши кнопочки. Они пока не рабочие, но они уже есть. Это уже прекрасно. Между ними есть какой-то отступ, но мы его легко удалим сейчас с помощью слайдер BTNS, display flex. Давайте, наверное, сразу тоже include flex v center. Так, а отступ не пропадает. Интересно. А, ну потому что, да, они сами такие большие. Окей, тогда и ладно. Но между ними все равно есть отступ 10 пикселей, поэтому мы для BTN вот здесь где-нибудь внизу пишем not last child margin right. Так. Вот так. Есть. Ну и остается navigation. Скопируем его полностью отсюда. Вставим в наш JS файлик слайдера. Где он? Вот он. Вставляем. Правим. И здесь используем, что у нас там? Trainers. Слайдер BTN. Next. По-моему, так. Здесь будет pref. Проверяем. Да, это работает. Scrollbar тоже на месте. Все четко. Вот. Ну и цвет скролла давайте тоже заменим. Scrollbar drag. Мы можем прямо его взять здесь. И в стилях легко поменять. Где-нибудь давайте, где у нас там слайд, вот. Прямо здесь и поменяем. Это у нас dark color, видимо, да? Так, да, похоже на правду. Ну и, собственно, все, работает и он, и кнопочки. Все работает, все у нас четко. Ну, можем еще здесь задать какой-нибудь loop, да? Ну, это уже такое излишние вещи. Как хотите, уже сами можете делать, можете не делать. Вот, в таком случае будет у нас скролл немножко побольше, да, вот он будет ездить и будет доходить до центра. Ну, вот видите, скролл с лупом не очень работает, поэтому давайте оставим так. Отлично, все здесь есть, все хорошо. Остаются всего три секции и адаптив, ну и модальное окно, естественно. Ну и, в принципе, давайте приступать к пакету. Так, мне пришлось вынужденно прерваться, но возвращаемся к работе, давайте доделать сайт. Собственно, мы остановились на том, что у нас секция, так, у нас секция, собственно, пакета, да, пакет, форма и футер. Давайте с ними разбираться, давайте их сделаем. В принципе, здесь конкретно от сборки ничего нам не нужно, да, имеется в виду в секции пакета. Просто обычный блок с карточками. Ну, в общем-то, мы легко его сделаем. Так, давайте смотреть, что нам нужно. Нам нужно, значит, JS мы закроем. И давайте, наверное, закроем лишние файлики. Нам не нужно, слайдер не нужен, трейнерс не нужен. Давайте мы сразу создадим здесь tariffs HTML. Сразу его подключим в нужное место. Угу. И то же самое сделаем с CSS. Ну, собственно, такая уже отработанная нами схема. Так, копируем это, вставляем. И здесь тоже tariffs. Отлично. Ну что ж, теперь section tariffs, ID tariffs, контейнер. Дальше, наверное, еще нужно будет здесь section offset задать обязательно. И давайте посмотрим на макет, что у нас тут. У нас тут заголовок, вы видите, нужен пакет, соответственно, H2, section title, tariffs, title, вы видите, нужный пакет. Ну и, собственно, список, да, evil list reset нам нужен будет, tariffs, list, li, tariffs, item. Здесь можно использовать tag article, но, в принципе, я думаю, это не так важно, давайте просто используем li, ничего страшного не будет.
Вот, у нас будет H3, tariffs, subtitle, да, некий там, pro. Далее у нас будет, ну, пусть будет div, да, tariffs, price, да, цена, то есть давайте мы ее скопируем отсюда. Вот, у нас будет p tariffs description какой-то, ну, какое-то описание, да, вот. Здесь нам ругается, ничего страшного. Ну и будет у нас еще button с классом btn, с классом tariffs btn оставить заявку. Вот примерно вот так. Посмотрим, что у нас происходит сейчас. Собственно, вот у нас уже похоже на правду. Да? Ну, не совсем, конечно, но уже плюс-минус. Все равно почему-то уезжает секция в другое место, ну да ладно. Кстати говоря, здесь Section Asset нам нужен только снизу, поэтому давайте мы, наверное, в стилях так и сделаем. Ну, то есть зайдем сейчас в тариф CSS. И по linktop делаем 0. Просто этот отступ слишком большой. Вот, теперь уже адекватный. Хорошо, перед тем, как стилизовать, я предлагаю уже заполнить остальные карточки. Да, давайте это сделаем. Просто добавим новых ли элементов. И первому элементу нужно еще будет добавить модификатор tariffs item. Пусть это будет, не знаю, там current или, ну, давайте current, да, то есть текущий какой-то главный, да, и так далее. Ну, и main можно было назвать, тут уже как хотите. Так, робо, здесь будет 15 тысяч, это мы скопируем. Ага, ну и давайте последний прог. 10 тысяч. И здесь тоже МКПО. А, только здесь робототехники. Вот так должно быть. Да, и здесь у нас по программированию должно быть. Вот так. Ну и, в принципе, все. На этом непосредственно карточки добавлены. Да, еще мы не добавили btn reset кнопочкам. Давайте это сделаем. Это обязательное условие. btn reset. Вот так. Отлично. Ну и все. Теперь мы можем стилизовать спокойненько. Лист, да, display grid, grid template columns repeat 12.1fr, все как обычно. Gap у нас, давайте вспомним в предыдущих секциях, что там было у нас, какой gap вообще. 40 пикселей. Угу. Gap 40 пикселей. Ну и каждому айтему мы зададим grid column 4 span. Они выстраиваются уже как нам надо, то есть уже все готово, нам остается лишь стилизовать это все. Далее я использую здесь Display Flex, использую Flex Direction Column и использую Align Items Center. Скорее всего, все это нужно переписать до grid column. Да, так и есть. Все элементы выстраиваются по центру, как вы видите, да, вот здесь. И все чудненько у нас работает. Ну и мы, конечно, будем стилизовать изначально вот эту карточку, вторую, потому что она у нас, так сказать, обычная, да, с обычными стилями. Важно стилизовать сначала обычную карточку, а потом уже стилизовать вот эту, которая отличается. Ну, вы видите стиль, да, я надеюсь, камера не мешает, поэтому, собственно, просто забираем стили. То, что ругается, ничего страшного, это у нас ругань style лента, ну, здесь ничего страшного нет. Вот, появляются у нас эти, так, паддинги у нас по 40 пикселей с каждой стороны, поэтому мы можем сразу их задать, да, 40 пикселей. Вот так, уже лучше, ну и можно заполнять, точнее, не заполнять, а стилизовать внутренности. Так, здесь у нас, кстати говоря, вот эти палочки сделаны прям текстом, но я думаю, что так не совсем правильно нам делать, да, с точки зрения, что если вдруг этот сайт будет куда-то там загружаться в CMS, будет гораздо удобнее, если у нас будет как-то, ну, разделение какое-то, да, так скажем, что пользователь будет вводить просто слово робо, а у него палочки уже будут подставляться. Поэтому я думаю, что лучше так, и, собственно, мы так и сделаем. Текст Line Center не буду удалять, он пригодится нам все равно. Здесь у нас будет Dark Color. Да, да, вот теперь у нас есть эти элементы. Нужно сбросить Margin обязательно, что здесь видно, что явно больше 40 вот этот отступ. А нам нужен 40, поэтому Margin 0. Есть. Ну и вот эти палочки мы сделаем псевдоэлементами. Здесь, я думаю, все просто. В принципе, можем даже не использовать здесь Position Absolute в целом, да, можно и без него. Можно использовать просто Display Flex, Align Items Center. Да, и просто использовать before. Контент у нас будет пустой.
дисплей-блок. Размеры давайте возьмем отсюда. Мы так не возьмем, да? Ну, давайте вручную посчитаем приблизительно. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ну, короче, 20 пикселей на, ну, пусть 3. Да, то есть width 20, height 3. И в run color мы поставим current color, то есть текущий цвет. Так будет удобнее. Ругается на current color, но ничего страшного здесь тоже не будет. Проверим. Вот наша палочка. У нее есть некий отступ, да, мы тоже макет можем глянуть. Ну, приблизительно сделать здесь, ну, пикселей, наверное, 10 есть. Значит, margin right 10. Делаем то же самое, только теперь уже с автором. Автор, только здесь уже будет margin left, собственно говоря. И вот так у нас это будет сделано. Может быть, не супер идеально в макет, но как бы мы и не стремимся сейчас это сделать. Так, это не то. Это не то, что у нас дальше. Давайте возьмем это. И это у нас будет price. Так. Ага. Здесь будет var dark color тоже. И, собственно, price уже готов. Да. Остается только отступ. Он везде одинаковый, поэтому мы можем его задавать прям как есть. 63 пикселя. Ну, давайте его округлим до 60, чтобы сильно не заморачиваться здесь. Да? Нажмем там 60. У нас будет. Вот, хорошо. Далее текст. Давайте возьмем вот этот текст. Скопируем все важные стили. Это у нас блок Descr. Поскольку это параграф, обязательно сбросим его margin в самом начале, да, и потом уже будем задавать свои стили. Так, здесь так, здесь 400, и здесь возьмем var dark color. Мы могли, на самом деле, на родителе dark color назначить, да, и было бы, наверное, удобнее, но в целом уже начали так, поэтому давайте так. Ну и BTN, она, в принципе, похожа, мы сейчас только проверим, насколько действительно похожа. Здесь нужно задать еще margin top auto для того, чтобы все карточки, да, все элементы встали вот так. А еще лучше, скорее всего, сделать от Descr margin bottom auto. Давайте попробуем так. Да, будет то же самое, но мы теперь сможем задать еще от кнопки margin top, чтобы в определенных случаях у нас был отступ всегда. Здесь он у нас 61. Ну, давайте, наверное, так и сделаем. Зададим здесь 60 пикселей. И тогда у нас все будут карточки, независимо от того, какой здесь у нас на самом деле текст, да, все равно они все будут на одном уровне всегда. Это, на мой взгляд, крайне удобно, очень круто, поэтому давайте использовать. И да, и от цены еще нужно сделать отступ вниз. Это у нас, собственно говоря, price, margin bottom 20. Вот так. Ну, в общем-то, похоже на правду. Да, давайте проверим. 280 на 79 размеры. 260 у нас здесь. Да. А как получится 280 вопрос? 4, правильно. Общая 360. Да. А, вот они, пиксели, да, вот эти есть как раз-таки. Хорошо. Значит, а высота у нас 78,8. Ну, значит, все правильно. Хорошо, нам нужно только задать так для BTN будет, собственно, min width 280 пикселей. Либо 100% мы можем задать в данном случае. Да, это будет то же самое по факту. Просто растянется карточка до паддингов, да, до вот этих вот паддингов по краям, и все будет работать как надо. Отлично. Ну и остается разобраться с current'ом, да, это мы идем в блок item, вот сюда. Current, background color у нас будет var dark color, судя по всему. Ага. Карточка немножко больше. Вот здесь она 360 на 460. Здесь она увеличивается в высоте, растягивается, что ли. Ну, наверное, здесь самый простой вариант scale использовать, да? Так, давайте посмотрим. Значит, border мы тоже стилизуем такого же цвета. Ну, то есть именно dark color, чтобы просто мы его не видели. Ну, давайте, наверное, да, transform scale y. Не знаю, 1 и 2 пока что давайте поставим, посмотрим, что будет. Ну, на самом деле не совсем то, да, видите, все-таки карточку немножко, так сказать, сплющивает. Ну, точнее, наоборот, раздвигает, да, по высоте. Нас это не устраивает. Мы, конечно, можем оставить так и каждому элементу внутри отменять, так скажем, трансформ, но это неудобно. Что если мы сделаем просто вот так? Пусть она будет немножко больше, но ничего страшного, зато просто она выделяется. Вот, наверное, я так и оставлю. Мне кажется, так неплохо. Далее нам нужно обратиться к tariffs
subtitle color var light color. Далее к прайсу. Прайсу и к деску. Проверим по макету. Ну да, у нас все белое, здесь тоже все белое. Ну вот, собственно, блок готов. Очень быстро, очень легко, достаточно все просто. Что здесь можно было сделать, кроме трансформа в этом элементе? Ну, наверное, можно было как-то просто увеличить высоту, паддинг увеличить, да, наверное, и все. Но думаю, что и так вполне себе неплохо будет работать, поэтому давайте так оставим. И далее блок у нас записи со скидкой, так называемый. Давайте делать его. Назовем это просто форм, наверное. Либо subscribe, да, ну как какая-то запись, да. Хотя, давайте order назовем, ну то есть как заказ. Вот, order, мне кажется, будет самое нормальное название. Order HTML. Так, сразу подключаем, не забываем это делать. Без этого никуда. Тарифы мы можем закрывать, в принципе, полностью. И сразу создадим здесь order SCSS. И также сразу его подключим. Я думаю, так будет быстрее всего. Отлично. Снова у нас идет section order. Давайте на предмет офсетов сразу посмотрим. 8787, то есть, ну, нет смысла использовать section offset. У нас будет здесь свой какой-то элемент. Контейнер. И давайте смотреть, как контейнер устроен. Здесь можно использовать гриды, в принципе, да. Смотрите, мы можем спокойненько использовать вот здесь 5 колонок. Соответственно, вот здесь 7. И, в принципе, все будет работать. Давайте, наверное, так и сделаем. Поэтому используем order. Хотя, ну, давайте, да, order container используем. Будет, собственно, order left и order right. В left у нас будет находиться данный текст, то есть заголовок какой-то. Order title. Думаю, он отличается от остальных, поэтому не буду даже использовать здесь класс section title. Хотя, ну да, он отличается все-таки. Ну и будет у нас еще p, order, descr. Вот так. Далее, что у нас здесь? Здесь форма. Форму можно создать с помощью gform. Это, собственно, сниппет, который готов в этой сборке. Вот. Простая форма, у которой класс form. И можем задать еще и класс дополнительный order form. Здесь, собственно, form label. Label нужен и просто с точки зрения доступности, и для того, чтобы правильно отображать ошибки, которые возможны. Ну, собственно, мы сейчас с этим разберемся. Здесь сразу можем задать класс btn и btn dark. То есть, видите, она как бы похожа на остальные в целом стилями, но она просто темная и побольше. Ну и класс form btn, ну, в принципе, пусть будет. Почему нет? Лишним не будет. Так, что у нас здесь? У нас здесь имя. То есть мы уже, в принципе, первый input сделали. Далее у нас будет еще один лейбл. Вот эти вот можно убрать. Здесь будет у нас телефон. Не забудем поменять type на tel. И вот здесь у нас будет placeholder телефон. Email. Email. Здесь имя тоже укажем email, а здесь укажем type email. Ну и кнопка есть. Все, по сути, разметка формы готова. Можно только уже стилизовать. Поехали это делать. Нам нужен order. Сразу поставим паддинги по 87 пикселей, как мы посмотрели. Контейнеру зададим display grid, grid template columns, repeat 12.1.fr. Все как обычно. Для left мы задаем grid column 5 span. А для right мы задаем grid column 7 span. Ну, то есть делим просто 12 на 5 и 7. Так, order у нас подключен. Ага, стили сработали, все хорошо. Отлично. Теперь давайте зададим фон. Я думаю, это да, тот же акцентный фон для всего сайта. Поэтому вот здесь мы зададим grand color var accent color. Вот так, хорошо. В принципе, все у нас довольно похоже на правду. Ну и теперь можем стилизовать отдельно текст и уже относительно него смотреть, что там изменится. Так, значит, где-то у нас title margin 0. Сразу сбрасываем. Здесь будет у нас var light color. Я немножко ускоряюсь вот в таких местах. Я просто берем стили из макета и просто стилизуем. Ну, потому что зачем на них сильно останавливаться? По факту мы просто копируем, вставляем. Да, то есть мы не занимаемся какой-то мыслительной работой, мыслительным процессом, а просто копируем. Поэтому, я думаю, это можно немножко ускорять.
Вот, и, собственно, еще отступ должен быть 20 пикселей, да, поэтому давайте мы это сделаем. Здесь у нас будет margin bottom 20. Вот, и не хватает еще отступа вот здесь слева. Ну, я предлагаю просто сделать паддинг на самом деле. Давайте мы сделаем как? Вот здесь прямоугольничек, и вот от него 60 пикселей. Значит, мы можем очень легко для лефта задать padding left 60. Оп, отступ появился, перенос у нас правильный. В общем-то, здесь все готово. Здорово. Вот здесь мы будем использовать немножко другую вещь. Здесь нам нужно использовать JSFI контент, по-моему, есть в гридах. По-моему, end правильно называется. Или нет. Не помню точно, на самом деле, как это работает. Давайте найдем. Так, order write JSFI content. Давайте посмотрим, что здесь, как оно работает. А никак. Ну, никак, потому что, видимо, этот элемент не display grid. А, ну, в принципе, тогда мы будем сделать проще, на самом деле. Делаем display flex и JSFI content flex end, то есть обычный флексовый. Все равно нет. Почему? А, потому что форма такого же размера. Все, тогда понятно. Ну, поскольку форма такого же размера, она, естественно, не прижмется. Но здесь еще все равно есть отступ. Тоже, я так понимаю, 60 пикселей. Ну, скорее всего, да. Поэтому мы вернемся. Зададим еще здесь padding right 60. Вот. И форме мы зададим максимальную ширину 500 пикселей, потому что в макете такая и есть. Поэтому здесь для форм мы зададим max width, собственно, 500 пикселей. Ну и тогда уже он сдвинется куда нам нужно. Здорово. Идем дальше. Блок форм. Ну, я предлагаю сделать это отдельным элементом, с отдельным файликом, да, форм с CSS. Давайте его подключим. Где у нас там? Так, вот он main. Давайте тоже подключим его выше остальных форм. И здесь будет блок форм, у которого будет displayFlex, flexDirectionColumn и, в принципе, и все. Оп, они выстраиваются. Далее мы обратимся к лейблу. Width 100% обязательно. Расширим его. Так, подождите, смотрим. Наверное, надо еще саму форму сделать. Да, да, будет 100%. Так, вот, уже хорошо. Да, похоже на правду. Хорошо, форм-лейбл расширен теперь. Именно input, да. Input, это у нас тоже будет 100% в первую очередь. Угу, растянулся, здорово. Ну, давайте дальше задавать размеры. В данном случае мы можем их делать, потому что input переполняться явно не будет никак. Поэтому мы можем спокойно задать высоту 64 пикселя, как оно есть в макете. И также можем задать border radius 5 пикселей. Сюда же border radius 5 пикселей. Только важно учитывать, что border radius должен быть выше всех этих свойств. Готово. Ну, еще form label можно задать отступ. Снизу, да, здесь у нас отступ 10 пикселей. Сразу можем задать. Почему именно form label? Потому что именно у него есть соседи, а у input, видите, внутри как бы лейбла нет соседей, значит, мы не можем ему поставить отступ. Хорошо, похоже на правду, в принципе, все четко. Остается только разбираться с текстом. Здесь padding слева 20. Забираем это все дело себе. Ну и, собственно, вот так вставим. Здесь мы, пожалуй, используем placeholder для вот этого цвета, то есть, ну, именно чтобы подсказка была с таким цветом, да, а сам текст был обычный наш var color dark или dark color, как там правильно? Dark color, да, все-таки. Хорошо, здесь будет 400, да, и не забудем обязательно padding left. Давайте даже не так, давайте вот так, padding 0, 20 пикселей. То есть, чтобы и справа тоже был некий padding. Ну и все, готово. Остается только стилизовать кнопочку. У нас есть BTN, да, блок. Мы здесь зададим модификатор dark. И background color сделаем dark color. Вот так. Ну, в принципе, и все. Да. Проверим только ее размеры на всякий случай. 50 на 64. Здесь она явно побольше будет. Да. Мы можем здесь просто паддинги немножечко поджать. Но только уже не для dark, а именно для элемента формы. Именно поэтому нужен этот отдельный класс. Поэтому мы сделаем padding top. Давайте просто перепишем паддинги еще раз, просто уже назначим свои. Вот это было 25-30, а нам нужно будет задать, ну, чуть поменьше, скажем, 20-30, например, да. Давайте проверим, как это будет работать. Так, форм BTN. А, да, не форма, а BTN, конечно же. Вот,
68, ну то есть мы еще немножко уменьшаем на 2 пикселя. И получаем 64,8. В принципе, это достаточно. Ставим здесь вот так. 18,30. Все готово. По поводу того, как это все будет работать, эта форма, ну, в принципе, можем и сразу это сделать. Только давайте сначала вот эту картиночку пропишем сюда, да? Так, а где она у нас? Ага, это вот он, mask group. Хорошо. Забираем mask group, как он есть, в SVG формате. Хотя давайте не в SVG. Здесь вообще лучше использовать SVG, но я просто хочу показать, как работает такая штука, как image set. Давайте просто вот для того, чтобы показать, как он работает, давайте возьмем PNG. Хотя, конечно, здесь правильно использовать именно SVG, безусловно. Но просто, чтобы видео было полным именно про сборку, давайте возьмем здесь PNG. Пусть это будет percent, то есть проценты. И давайте используем здесь image set. Это у нас order, снова блок. Вначале мы напишем include image set. Вот, ну и я бы сам еще хотел вспомнить, как правильно он работает. Давайте найдем в мини. Вот, собственно, image set. Здесь, да, пропадает пробел, но ничего страшного. Нам нужно просто указать путь до изображения. То есть, здесь у нас, видите, еще должен быть PNG. Давайте мы его прямо вот так заменим на PNG. А вот здесь мы должны указать, собственно говоря, просто путь. В данном случае это у нас img, ну или .. slash img, percents, и все. Вот, собственно, наше изображение, оно уже внизу. Кстати, оно вообще какого размера? Давайте проверим, как оно вообще выглядит. Оно прям полностью на весь блок. Да, ну окей, пусть будет так. Опять же, лучше использовать SVG, потому что я вижу, что они даже сейчас немножко мыльноватые. Но мы просто для примера это сделали, чтобы вы понимали. Ну и теперь смотрите, да, в нетворке мы посмотрим. У нас percent PNG. Но если мы захотим зайти в какой-нибудь условный Firefox, где работает у нас правильно Aviv. Сейчас загрузится. Я вам покажу. Собственно, следуем страничку. Так, вот, смотрите. И тогда получается, что PerSense у нас Aviv подключается, потому что в браузере Firefox Aviv работает. Ну, то есть Aviv именно в ImageSet. Вот. Собственно говоря, там, где это работает, будет немножко оптимизированнее. Вот. Поэтому я показал просто как пример использования ImageSet. Хорошо. Так, здесь, кажется, все. Ну, и остается у нас последний блок. Footer, он очень простой. Давайте с ним разберемся. И после него уже будем делать форму, а потом адаптив. Да, ну еще у нас картиночка на первом блоке. Надо про нее не забыть. Так, хорошо, у нас уже есть блок footer. Давайте к нему перейдем. Где у нас он тут? Вижу. Ну, прям в упор не вижу. Интересно. Да, вот он, footer. Хорошо. Контейнер у нас есть. Что у нас тут по поводу... ну, здесь обычный JSX Content Space Between. Ничего абсолютно сложного. Здесь единственное, что будет контейнер fluid. Да, и давайте сделаем еще здесь footer контейнер. А внутри просто будет у нас, собственно говоря, логотип вместе с копирайтом, да, и телефон. Давайте перейдем в header. Он нам здесь поможет неким образом. Здесь делаем footer left. Положим сюда сразу вот это. И у нас есть еще фон, который также переиспользуется, поэтому его просто напишем здесь. Проверим. Ничего пока не видим, потому что footer у нас белый. Давайте создавать файлик footer.css. Давайте мы его сразу и подключим. Так, что нам можно закрыть? Наверное, мини. Вот. Подключаем footer. Footer. Сразу brand color var color. Ну или dark color, точнее. Да? Есть. Далее мы сразу обратимся к контейнеру и сделаем DisplayFlex и JSX Content Space Between. Вот. И еще мы сделаем здесь LineItems Flex Start. Это нужно для того, чтобы когда мы добавим вот сюда сейчас еще один блок, чтобы телефон у нас не расширялся во всю высоту. Вот. Ну и в левой части нужно еще добавить копирайт. Мы просто его скопируем, как оно есть, с текстом, со всем остальным. Назовем это footer copy. Вставляем копирайт, ну и давайте мы этот копию, собственно, стилизуем. Так, заберем стиль из макета, из инспекта.
Так, давайте font weight 400. Текст line center нам не нужен. Ну, color мы возьмем, оставим такой же. И вот примерно вот так это будет выглядеть. Угу. Дальше нужны паддинги. Сверху, снизу 40, да, у нас показывает вроде как. А, давайте возьмем 40. Так, вот. Ну и вот стоп, еще вот здесь было бы хорошо сделать. У нас здесь есть в футере лого, но нету никакого модификатора. Мы, в принципе, можем использовать футер лого, да, чтобы для лого задать margin bottom, ну, какой он там в макете, 5 пикселей. Ну, давайте 5 пикселей. Ничего не сработало, скорее всего, потому что мы задаем это все ссылки, а ссылка у нас строчная, да, поэтому мы зададим еще дополнительно display inline block. Вот. Ну, в принципе, и все. Похоже на правду. Плюс-минус все у нас хорошо. Отлично. Давайте вернемся наверх. Добавим изображение все-таки в этот блок. Мы уже, тем более, здесь сделали некую подготовку, да, для hero-контента. Теперь вернемся в макете. Возьмем данное изображение. Вот прям полностью, как оно есть. Вот этот групп 211. И мы его будем вставлять как PNG. Но, естественно, используя AVP и все остальное. Пусть это будет hero-image. Как есть. Перейдем в блок Hero. Вот он, да. Hero контент у нас здесь. Давайте проверим стили. Ага, Flex здесь. Это здесь, да, хорошо. Значит, Hero Image сделаем, div. И внутри сделаем gPicture. То есть вызовем наш блок, в котором мы укажем img Hero Image. И вот здесь укажем png. И размеры, разумеется, нужно указать. 783 на 917. 783 на 917. Здесь у нас будет девушка, смотрящая вдаль куда-нибудь. Ну, например. Да, вот она, собственно, появилась. Давайте проверим по макету. Она у нас, ну, в принципе, ну, нет, не совсем все-таки правильно стоит. Давайте разобраться, почему. А потому что у нас паддинг берется у текста, да, вот этот 300, а нужно брать у нее 162. Давайте попробуем это сделать. Собственно, пойдем в Hero. Так, вот Hero. Вот здесь был. Давайте возьмем паддинг топ 160. Опять же, мы делаем все приблизительно. И здесь возьмем не Flex, а Flex Width Center, чтобы этот текст опустился, да, примерно вот на серединку изображение. И, в принципе, все выглядит четко, на самом деле. Да, выглядит хорошо. Вот. Единственное, что она еще близковато находится. А, это потому, что она, в принципе, здесь, видите, выехала за контейнер. Давайте мы попробуем найти это расстояние. Я тоже предлагаю использовать обычный прямоугольник. Это самый простой вариант. Просто нарисовать прямоугольник вот отсюда. Видим, что у него 167. Значит, мы можем для имейджа сделать transform translate x минус 167 пикселей. И она у нас уедет, да, только не минус, а плюс. Она у нас уедет туда, куда нужно. Так, проверим еще раз макет, чисто визуально. Ну, в принципе, да, она вот примерно на серединке телефона у нас здесь и находится, как в макете. Значит, все хорошо. Теперь с формой, да? Давайте перейдем в git. Опять же, я не помню наизусть все модули, но в гите все написано четко. Давайте разберемся. Так, вот сюда заходим. Идем в, собственно, готовые модули. И идем в форму. Вот она у нас. Да, это она. Значит, что нам нужно сделать? Создать форму. Уникальный класс мы дали. Также указать уникальные классы для полей ввода. Давайте укажем уникальные классы для полей ввода. Это у нас order.html. Здесь у нас есть input reset, form input. Ну, нужно еще задать, допустим, input name. Далее input tel и далее input email. Вот так. Это мы сделали. Далее создать массив, в котором будет передаваться правило плагина JustValidate, например. Ну, в принципе, пример нам подойдет. Мы даже можем его использовать. Вполне себе. Для этого мы обязательно создаем файлик. Вот здесь. Validation.js. Вставляем это сюда, можем единичку убрать. Ну и, конечно, не забудем подключить данный файлик в components. Validation. Так, хорошо. Input name у нас, в принципе, классы совпадают. Здорово. Нужно будет добавить только input email. Не беда. По поводу этого чуть попозже. Ну и здесь нужно вот импортировать нам validate forms форму.
из кода. Вот так, да. И еще нам нужно будет... Так, давайте проверим, как у нас работает. Где у нас тут functions, validate forms. А здесь уже все подключено, то есть нам нужно просто уже эту функцию использовать. Ну, тогда хорошо. Мы ее используем, и теперь можем взять вот это и вот здесь у нас в коде внизу прописать. Здесь будет rules. After form – это просто некая функция, которая будет после отправки происходить. Пока что оставим так. Здесь не form один у нас будет, а будет order form. Так, вот здесь order form. Хорошо. Давайте проверим, что здесь написано вообще, да? Что у нас есть input name. Мы делаем у него minlex определенный. И делаем ему required, то есть чтобы он был обязательно заполненный. Кстати, можем minlex убрать, на самом деле это не так важно. Input tell. Здесь две вещи важные, которые не связаны с библиотекой, которые я сам написал, чтобы это все работало, ну, хотя бы плюс-минус как-то универсально, да. Вот здесь у нас есть поле tell и tell error. Соответственно, если вы используете телефон, то вам обязательно нужно указать tell true и tell error, ошибку какую-то, да. Вот. И required здесь просто нужно, чтобы как-то телефон действительно вводился. Вот. Это все нужно для того, чтобы... Ну, давайте перейдем опять же в LateForms. Здесь у нас используется input mask, да. Соответственно, если у нас есть tell-selector какой-то, когда стоит tell-true, есть tell-selector, соответственно, если у нас есть, то мы сразу и маску подключим в этой функции, что крайне удобно. То есть у нас автоматом и маска тоже будет работать. Вот. Ну и у нас еще нужно добавить... Давайте возьмем вот это. Внизу добавим input email наш, да. Rule required valid true, заполните email. И добавим еще один rule. Собственно, rule у нас будет email value true. И здесь давайте не просто заполните email, а введите корректный email. Ну и если я все правильно сделал, то валидация уже должна работать, но не работает. Так, давайте проверим, что не так. Не может найти данный модуль validate forms в этом файлике. Наверное, нужно здесь сделать вот так. Да, действительно, был просто путь неправильный. Хорошо, ну и, собственно, все. Уже валидация работает. Давайте мы ее немножко перейдем в порядок. Перейдем в блок form. Ну, то есть в STSS файлик блока form, да? Вот. Для лейбла мы зададим здесь display flex. И flex direction colon reverse, это чтобы данный текст отображался выше. Теперь это так и есть, как видите, да. Ну и у нас еще здесь появляется элемент с классом с ошибки, да, вот он. У него есть некий цвет, мы можем этот цвет перепределять через JS, в принципе. Вот, но я предлагаю здесь немножко схитрить, да, и просто использовать обычный CSS, light color, и написать important, естественно, чтобы его перебить. Вот, я предлагаю сделать так, а просто будет быстрее. Ну и можно еще задать ему некий margin bottom, ну хотя бы 3 пикселя, да, чтобы просто был какой-то отступ небольшой. Вот. Еще раз обновляем страничку, нажимаем. Вот, все наши ошибочки есть. То есть у нас уже все будет работать. И даже когда мы уже все отправим, у нас будет работать и скрипт. Видимо, еще проблемку, да, видите, фон у нас не прилип к верхней части. Соответственно, мы должны пойти в order. Вот он, да. И здесь не просто image, но еще и background position, bottom, center. И, наверное, сразу background size cover тоже зададим. Пусть он будет здесь не лишним. Примерно вот так. Вот теперь он будет внизу всегда, даже если появляются ошибки. Хорошо, да. Ну и единственное, что нам остается для отправки формы, это залить эту форму куда-то на хостинг, да. Ну и, конечно, немножко доработать файлик. PHP. Где у нас? Давайте найдем. Вот он. Вот он у нас, mail PHP. Да, здесь нужно просто немножко его доработать, написать данные с почты, да, и написать, куда мы хотим отправлять. Ну, а так-то, по сути, все работает, и отправка формы тоже будет работать правильно уже сходу. Ну что, мы теперь переходим к адаптиву. У нас есть еще не так много времени, но давайте перейдем к адаптиву. Собственно, мой подход к адаптиву всегда один. Я беру определенное значение, которое соответствует реальному экрану, и подставляю его и смотрю, если все хорошо, то я ничего не делаю. Если плохо, то уже меняю.
И ближайшее к этому значение я использую 1440. Перехожу на него и сразу смотрю, все ли хорошо с сайтом на этом разрешении. Ничего не ломается. Да, действительно, везде все идеально. Хорошо. Идем дальше. 1200. На 1200, в принципе, проверим, да, тултип тоже на месте. В принципе, у нас тоже все идеально, все работает четко, никаких проблем вообще нет. Да, поэтому все отлично. Окей, 1024. Проверяем, что здесь. Ага, вот здесь уже... Так, подождите, давайте расширим, сожмем. Вот, видите, начинаются косяки. Косяки непонятно, откуда на самом деле они берутся. Возможно, из-за этого изображения, кстати говоря. Ну, видимо, так и есть, да. Хотя у нас вроде overflow hidden стоит. Почему? Попробуем удалить. Нет, не от него. Смотрите, если удаляем, проблема не исчезает. Значит, где-то какой-то гридовый блок просто вылез. Скорее всего. Какой-то из них. Ну, давайте попробуем удалить просто секции. Trainers, Riffs, Order. Видимо, Benefits, да? Да, в итоге Benefits был... всему виной, так скажем. Причем при обновлении странички вроде ничего нет, да, но тем не менее все равно проблема присутствует. Чтобы это исправить, я предлагаю просто здесь сделать элементы друг по другу. Вот и все, на расширение 1024. Но мы пойдем к нему чуть раньше, опять же, да, на 1200. Поэтому идем сейчас в breakpoint. У нас 1200 здесь нет, давайте мы его добавим. Давайте, пусть называется hide desktop. Добавим здесь 1200. Вот, ну и теперь перейдем в секцию Benefits, в SCSS файлик Benefits. Вот, и здесь, собственно, укажем, что include hide desktop. Мы хотим сделать grid column 6 span. Так, не работает. А, это, подождите, это же у нас about, а нам нужен Benefits. Вот он, да, Benefits работает, видите, все хорошо. Ну, в принципе, мы можем то же самое сразу сделать и для about, на самом деле. Почему нет? Вот здесь сразу оп. И все, пусть будет так. И то же самое можем сделать. Ну, хотя нет, здесь не сделаем. Здесь, наверное, рановато. Единственное, что бы я здесь точно сделал, это все-таки убрал scale для tariffs item current. Поэтому, наверное, мы так и поступим. Сейчас пойдем в current. Вот сюда, да. И вот здесь внизу include тоже hide desktop. Мы просто transform scale 1 сделаем. Так, здесь ошибочка. И все, выглядит тоже нормально. Итак, возвращаемся на 1024. Скролла уже нет, все хорошо. Здесь все помещается. Здесь тоже по-прежнему все у нас четко. Вот здесь немножко не помещается цена. Возможно, давайте уменьшим немножечко ее. В принципе, да, почему бы и нет. Давайте немножечко ее уменьшим. Это у нас price, да, соответственно, на... Тоже на предыдущем, на high desktop мы сделаем здесь font size, ну, 45, например, да. Оп, все, все идеально, все четко работает. Здесь все работает по-прежнему хорошо, нет смысла что-то менять. Здесь тоже все четко, опять же, нет смысла что-то менять. И здесь, ну, девушку можно подвинуть, но, в принципе, она и так неплохо выглядит. Окей, идем дальше, 768. Ну, здесь явно видим, что уже появляются огромные проблемы. Здесь мы, наверное, давайте возьмем макет. Вот. И у нас появляется бургер, да, некий с телефоном вот здесь. Угу. В принципе, мы можем его уже сейчас сделать таким, как он есть. Почему бы и нет? Вот у нас еще модальное окно. Да, я про него не забыл. Не переживайте, мы его сделаем. Так, как бы нам здесь правильно все это дело организовать? Ну, хорошо, давайте смотреть. И чтобы правильно все сделать, нам нужно сначала понять, ну, как бы, с чего мы начнем, да, с какой точки мы начнем. Ну, если на 1024 все хорошо, то вот на 1022 уже, возможно, нет, тоже все хорошо. Но, смотрите, опять же, если говорить про мои логики, да, я беру медиазапрос заранее. Соответственно, ближайший к 768 медиазапрос заранее – это 992. Значит, именно на нем нужно уже что-то делать. Видите, потому что мы дальше, как бы, да, не доезжаем. Соответственно, да, у нас на 992 уже будет бургер-меню. В принципе, ничего страшного, пусть будет. Поэтому так, давайте сначала зайдем. Зайдем в... Куда? В partials, в header. Да, и здесь создадим кнопочку. Давайте посмотрим по макету. У нас, соответственно, бургер находится справа, телефон слева. Значит, мы после телефона делаем button бургер. Вот, и так, только button, да,
Вот это класс бургер. Вот, и зайдем в доку к шаблону, ну, к сборке точнее, да, и посмотрим, что у нас тут готовые модули. У нас где-то здесь был бургер, вот. Snippet G-бургер. А, ну, в принципе, да, мы могли использовать Snippet G-бургер. Давайте это сделаем. Иногда сниппеты не работают, это бывает. В таком случае я просто перезапускаю заново редактор кода. Ну, бывает такое, что да, они почему-то отваливаются. Возможно, плагин не до конца хорошо работает. Так, G-бургер. Вот так. Давайте это дело сразу форматнем. Вот у нас появляется Reliable, RxPend, Data Burger уже тоже прописан, это Data атрибут. Теперь нужно для меню поставить Data меню. Соответственно, меню это у нас вот эта навигация, да, значит мы здесь ставим Data меню. Вот, ну и Mixin Burger это для стилей, но, наверное, он нам не пригодится, потому что у нас немножко все-таки свой Mixin. Единственное, что нам нужно будет, это вот эту функцию подключения, собственно говоря, раскомментировать. Ну, а точнее, как мы уже делали с вами ранее, в компонентах создаем файлик burger.js, и уже в него будем вставлять непосредственно все эти вещи. Хотя, подождите, он здесь у нас... А, ну все правильно, правильно, да, мы... Нет, знаете, да, здесь как раз-таки файл burger не нужен. Здесь немножко другая история. Дело в том, что, ну, здесь просто файл уже с готовым кодом, который просто нужно раскомментировать, чтобы он заработал. Именно поэтому в этом случае мы просто действительно делаем именно так. Просто раскомментируем. Вот он, бургер меню. Мы раскомментируем, и все, наш бургер уже будет работать. Как видим, он уже меняет что-то. Вот, нам остается его, конечно, застилизовать. Давайте этим займемся. Собственно, создадим, пожалуй, новый файлик. Бургер. Только не JS, а CSS, конечно. Вот так. И давайте закроем лишнее. Это нам все не нужно. Не нужно. Угу. И в мейне, да, давайте объявим бургер. Тоже раньше всех поставим его. Ну, не раньше, раньше секции имеется в виду. Бургер. Итак. Давайте еще добавим сюда сразу btn rest. Будет гораздо удобнее, когда он есть. Вот, на бургер давайте сразу пойдем задавать стили. Прямо вот отсюда берем стили этой кнопки, размеры, бэкграунд. Так, бэкграунд у нас на самом деле неправильный. Ну, видимо, это бургер имеется в виду. Opacity, бургер радиус. Ага, здесь такой градиентный, да? Интересно, кстати. Ладно, я думаю, не будем заморачиваться с градиентами сейчас, это слишком долго. Давайте просто сделаем полупрозрачную такую обводочку. Собственно, вот она, да, возьмем ее отсюда. И размеры 44 на 44. Хорошо. Так, бургер, лысь 44, face 44. Это у нас будет не бэкграунд, это у нас будет бордер. Один пиксель, solid с таким цветом. Вот так. Оп, появляется. Хорошо. Ну и border radius там был у нас сколько? 10 пикселей. Хорошо. Border radius 10 пикселей. Есть. Вот. Ну, собственно, появляется, да, уже какая-то штучка. Понятно, давайте ее достилизовать до конца. Здесь, пожалуй, я сделаю не один border line, а все-таки 3. Так будет немножко проще. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Ну и сделаем их абсолютом, да. Здесь position relative, здесь... Position Absolute, мы поставим left 50% и transform, translate x минус 50%, это чтобы точно все было. Поставим также им background белый. Да, можем использовать здесь light color. Вот, ну и border radius здесь непонятно какой. Ну давайте 100 пикселей, посмотрим, как это будет выглядеть. Вот. И высота вообще у всех одинаковая, да? Высота одинаковая. Так. Здесь у нас... Можно без выделения, пожалуйста? Вот, да. 2 пикселя, да? 2 пикселя, значит, есть 2. Ну и высь давайте поставим всем одну, как она есть изначально. 26 пикселей, да? А потом будем менять только у третьей. Так, вот так.
проверяем. Вот наша палочка, да, здесь все четко, она встала как надо. Теперь давайте обращаться непосредственно к NestChild 2, то есть ко второй. Мы сделаем ей тоже топ 50% и трансформ изменим на более сложный. Добавим сюда еще и translate y 50%, тогда она точка, точно будет по центру всегда. Вот, есть. Далее давайте обратимся к первой. First child. Вот, первая у нас будет отступать от верха, ну, точнее, даже не так, она будет отступать от центральной пикселей на 5. Соответственно, что мы делаем? Мы повторяем то же самое. Наверное, даже это можно написать везде сразу. Да, пожалуй, да. Мы можем написать это везде сразу. Здесь это тогда не нужно уже указывать. А здесь мы укажем, как бы, что она по центру, но дополнительно она уходит вверх с помощью маржина. Вот, и получается, что она чуть-чуть выше. Ну, я думаю, что надо чуть больше сделать отступ. Вот. И теперь то же самое к last child. Да, здесь будет уже margin top. Просто 7 пикселей. Вот, хорошо. Все получилось четко. Ну и вот эта палочка 13, да. То есть здесь мы сделаем width 13. Но еще нужно будет учесть, да, что при этом значении нам придется поменять и transform, и left. Давайте это сделаем. Left у нас будет, судя по всему, 9. Хотя... Давайте попробуем. Left 9. И здесь нам не нужен будет уже Translate X, только Translate Y. Вот. Ну и, собственно, примерно вот так это будет выглядеть. А и по клику будет открывать меню. Вот. Ну, с меню попозже. Пока что давайте это меню мы... Вот у нас nav, да, идет. Nav. Давайте найдем nav. И давайте найдем 992. У нас есть такой меня-запрос. Но пока что его нет. Давайте добавим. Пусть это будет какой-нибудь high tablet. 992. В принципе, можем на 1024 сделать. Тут уже кому как. Вот, ну, давайте так оставим. Хорошо. Ну и навигация. High tablet. Это у нас будет пока что дисплей. Просто пока что скрываем, чтобы его не было. Хорошо. Ну и фон. Идем к нему. Нам надо будет все-таки добавить здесь еще класс header. Фон, чтобы стилизовать именно конкретно вот этот. Да, и все-таки нужно будет идти в header, да, и тут стилизовать. То есть добавить здесь фон. Вот high tablet. Ну и что мы сделаем? Мы сделаем font size 0. Мы сделаем те же стили бургера. Вот эти вот имеется в виду. Здесь все достаточно просто. Вот. Так, font size 0 не сработал. Почему же? Потому что данный код написан выше. Да-да-да. Хорошо. Значит, это нам говорит о том, что мы должны все-таки переподключить немножко непосредственно наш фон. Вот он, да, он должен быть все-таки выше основных стилей. Вот. Теперь появляется такая иконочка. Здесь все хорошо. Ну и нам остается взять иконочку телефона. Вот эту, да, 24 на 24 размером. Здесь все понятно. И давайте мы ее экспортируем как SVG. Это будет у нас фон SVG. Ну и в стилях просто напишем, да, что мы хотим background image. MJ фон SVG. Background position center хотим. Background size 24 пикселя. На 4 пикселя и выбираем от repeat на repeat. Вуаля, наша иконка готова. Единственное, что она находится не на том месте. Мы это сейчас тоже исправим. С помощью контейнера мы здесь немножечко покумикаем. Что мы сделаем? Мы сделаем jsconcontent initial. Значение по умолчанию, да? И просто сейчас сделаем у логотипа. У него есть, думаю, да, тоже нет, да? Ну, давайте сделаем header logo. Хотя, в принципе, если у нас есть телефон, давайте к нему и обращаться тогда. Значит, здесь мы сделаем что? Margin left auto, чтобы прижать к краю эти элементы. И сделаем margin right уже по макету. Здесь у нас 10 пикселей. Ну и поменяем местами для правильности. Стал лента. Ну и получится, что все, все ок, все отлично, все четко выглядит. Мы эту проблему решили прямо сейчас. Идем обратно на 768. Смотрим.
Здесь все-таки надо будет сдвигать уже эту женщину. Либо можем ее просто убрать, на самом деле. То есть она здесь внизу, но у нас внизу она не подойдет, как вы понимаете. Давайте мы, наверное, ее пока что уберем. Hero Image, я думаю, надо скрыть. Вот. Ну, это такой один из самых простых вариантов. Hi, tablet, display, none. Вот. Ну, скажем так, и без нее будет неплохо. Вот. Ну, а здесь hero content, в принципе, можно убрать max width, да, чтобы он немножко растянулся. Вот это мы тоже можем сделать с помощью max width. Да. Так, есть. И да, здесь еще у нас minhead 800. Попробуем убрать minhead. А неплохо. Ну, то есть как мы не просто уберем minhead, конечно же. Мы это сделаем умно. High tablet. Мы уберем minhead. Авто поставим. И поставим при этом по нему там 100. Ну и все, и получается нам такая компактная, хорошая секция. Здесь все хорошо, здесь все по-прежнему четко. Слайдер по-прежнему рабочий. Так, пакеты. С пакетами проблема. И вот не сказать, что их прям можно так сильно сжать. Ну вот на 992 я предлагаю все-таки их еще выжимать. А вот дальше уже можно будет с этим делом под углом обращаться. Ну и давайте перейдем в тарифс тогда. Так, тарифс. Вот, ага. Здесь у нас был gap 40. Давайте сделаем на хай-таблете gap 20 пикселей. Это раз. Это первое, что стоит сделать. Далее, что мы сделаем? Мы, пожалуй, обратимся к тарифс btn. Вот, да. Тоже вот хай-таблет. И сделаем паддинги. Ну, не знаю, там 10 пикселей, 20 пикселей, например, то есть небольшие паддинги. Вот, да. И, наверное, размер шрифта тоже немножечко подкорректируем. Вот так, 16 пикселей. То есть сейчас все нацелено на то, чтобы сделать элемент просто, ну, нормально отображаемым. Вот. Как делать его прям четко по макету, это уже другое. Так, 30 пикселей, тариф price. Хорошо, значит, был high desktop, теперь будет вот high таблет 33. Ну или 32 можем поставить для такого счета. Вот, здесь все хорошо. Здесь у нас проблемки, да. Это все потому, что у нас order write. Нет, точнее, где-то у нас тут стоит, по-моему, то ли трансформ, то ли что, не помню уже. Либо просто они не помещаются. Ну, здесь, наверное, придется просто вниз, ну, то есть друг под друга переместить и все. Поэтому для order left. Так, для ordered мы поставим grid column авто. Ну или не авто, лучше, наверное, а 100%. И поставим padding left 0. Вот, ну и то же самое поставим здесь для right. Вот так. Так, ага, они не поменялись, да? Ну то есть решили не делиться. Так, 100% не работает. И, видимо, все-таки нужно было поставить авто. Не помню наизусть значение. Уж извините. Нет, авто тоже нет. Ну тогда давайте ставить 12 span. Ну то есть прямо растягивать на 12 колонок элементы. Так. И вот так. Ну то есть просто друг под друга делать, да. Ну и еще для write нам нужно сделать second-end flex start. Вот, ну и для left мы поставим еще здесь margin bottom, ну пусть 30 пикселей. Вот, ну, просто чтобы был какой-то отступ. Ну и все, в принципе, здесь достаточно. Здесь все четко, хорошо, давайте дойдем до 576, посмотрим, что происходит. Ну, уже совсем плохо здесь, это логично. Здесь по-прежнему все четко, здесь тоже все четко. Здесь, ну, в принципе, неплохо. Вот, так. Пакеты, да, проблема. Здесь тоже все хорошо. Ну, здесь тоже пока что еще норм. Ну, то есть до 576 мы будем доезжать спокойненько с помощью медиа 768. Ну, кроме вот этого, да, здесь мы будем все-таки друг под друга каждый из них помещать. Вот, для этого тоже, опять же, сделаем 12 span, скорее всего.
Много. Ну, для начала давайте перейдем в tariffs. Нет, для начала брейкпоинты. Small tablet называется. Теперь идем в tariffs. Так, угу. Что мы сделаем? Мы сделаем read template columns repeat 8 1FR, то есть немножко уменьшим количество элементов сетки. Это нужно сделать, я считаю. Ну и вот здесь мы теперь сделаем read column 8 span. Ну и все, вот наши элементы спокойненько выстроились. Здесь все четко. Вот, в этих заголовочках можем уменьшить межстрочный интервал. Он слишком большой, мне кажется, сейчас. Поэтому для... Мы делаем line-height, не знаю, 70 пикселей, например. То есть просто сужаем. Ну, даже, наверное, можно и 60 поставить. Вот, неплохо. Здесь все хорошо по-прежнему, здесь тоже все ок, здесь тоже все ок. Вот, ну, в принципе, начиная с 576, мы уже можем делать мобилку, да, то есть ставим 320 и вперед. Как мы это будем делать? Ну, в общем-то, ничего сложного. Давайте сначала найдем, из-за чего проблемы, скорее всего, из-за этого, да. Мы это легко решим. Сейчас пойдем в Breakpoint, посмотрим, mobile называется. Все, значит, мы теперь знаем, как это делать. Пойдем в About List. Так, вот он, лист. Угу. Вот small, точнее, они тоже уже mobile. Здесь два варианта. Либо ставить грид, либо сделать дисплейблок. Давайте гридами, наверное, ставим. Вот обычно делают на мобилке 4 колонки возможные. Поэтому сделаем здесь grid column 4 span для каждого этого. И они переместятся. Так, не переместятся. Давайте посмотрим. Я где-то ошибся. Да, здесь span-то не нужен. Так, все равно нет. Ага, да. Вот так. Вот, все, они переместили друг по друга. Собственно, здесь мы должны сделать то же самое, да, для benefits листа, поэтому даже можем скопировать, пойти в лист и пойти в about item. Вот так. И все, все, у нас уже четко, скролл нет, уже все хорошо. Далее вот эти заголовочки, им стоит явно уменьшить размер шрифта, поэтому давайте сделаем вот здесь, да, include mobile, ну пусть это будет 35 и long height 55. О, нормально. Так, tooltip по-прежнему работает хорошо, здесь все четко. Ну, здесь, конечно, есть свои вот изменения цвета, да, все становится по центру и так далее. Но, думаю, мы не будем с этим заморачиваться, все-таки видео немножко не про то. Поэтому давайте займемся более важным делом, непосредственно именно тем, что делает сборка. Итак, здесь у нас элементы 220 становятся в ширину. Давайте это сделаем. То есть вот этот swiper-slide становится у нас уже... Сколько я сказал? 220, да? 220. Так, идем в... Где у нас вот там? Trainers. Вот. Здесь, да. Вот small tablet. Оп. И уже выглядит неплохо. Ну, опять же, прям поправлять идеально я не буду. В этом нет смысла, я считаю. Так, и кнопочек у нас тоже не существует уже на мобилке. Поэтому trainers btn. BTNS, точнее. Так, ищем их. Вот оно. Good mobile. Display. No. Так. Slider DNS. Видимо, я ошибся, когда писал класс. Вот так должно быть. О. Хорошо. Ну, здесь все нормально. Здесь тоже все ок. Вот здесь проблемка. Давайте посмотрим, что в макете на этот случай делают. А, просто размещают все по центру. Да, ну дизайнер немножко здесь, конечно, интересно сделал, но, опять же, мы не следуем дизайну напрямую, поэтому ничего страшного. Так, footer. Сделаем direction column. Мы сделаем line items center. Элементы уже будут по центру, друг по другу. То есть уже все работает. Вот, остается только для footer copy задать текст-лайн-центр. Вот.
Ну и какой-нибудь отступ, я думаю, у него же можно поставить, скажем, вот так. Вот, ну и этого достаточно. Вот этого достаточно, адаптив рабочий. Так, нет, вот здесь еще проблемка, да, у нас. Видимо, все-таки придется уменьшать еще. Ну, скажем, вот так. Давайте сделаем вот так. 31,42. Вот так, 31,42. Да, и забыл еще, можно Section Offset сделать, да. У нас Section Offset написан где? В Settings, поэтому идем в Settings. Ну, конечно, не следуем макету, но, опять же, как я говорил, главная цель видео не в этом. Вот. Ну, и теперь мы можем что делать? Спокойно делать бургер и спокойно... Так, ну нет, не спокойно, подождите, еще есть момент. У нас вот этот элемент, он явно меньше, 136 на 29. Это у нас лого, да? Давайте найдем лого. Мы его, наверное, не стилизовали ни разу здесь. Ну да. Хорошо, создаем. Лого из CSS. Закрываем лишнее. Закрываем. Вот. Ну и где-нибудь здесь давайте вставим лого. Лого. Вот. Добавим. Так, по-моему, так. На 29. Вот, теперь он меньше, ну и, в принципе, этого достаточно. Можем еще, конечно, мы его немножко здесь сделать по высоте правильно, да, с помощью line items. Ну, наверное, давайте так и сделаем. Почему нет? Тем более, что делов-то на 2 секунды. Давайте проверим. А, просто картинка не, так не жмется. Все, я понял. Хорошо. Так, она там написана 13, значит, давайте мы тоже 13 сделаем. Во, теперь нормально. Ну и все, собственно, да, на этом готово. Остается у нас менюшка наша. Давайте с ней разбираться. Недавно был видос про то, как сделать меню. Ну, собственно, здесь примерно то же самое. Давайте 100%. History.h. Overflow. Игрокафта. Так, вот сюда. Ну и mirror color var. Main, точнее, dark color. И еще нам нужно будет добавить z-index. Не знаю, ну, 500 какой-нибудь, например. Да, то есть большой какой-нибудь. Вот наше меню. Оно появилось. Все хорошо. Теперь давайте сделаем... Что у нас тут? Оно здесь по факту просто, да, по центру находится. Окей, без проблем. Значит, что мы делаем? Мы делаем... Возвращаемся к нафлисту. Да. Делаем ему его процентов 100%. Да, только не мобайл здесь нужен, а хай-таблет. Вот, сделаем здесь, значит, соответственно... Include flex all center, по-моему, так называется. Да, и добавим еще сюда как переопределение flex direction column. Вот так. Хорошо. Дальше. Здесь мы делаем margin right 0, margin bottom, ну, пусть 30. Вот, да. И что еще нам нужно сделать будет? Да, в принципе, и все. Больше ничего. Ну, может быть, увеличить только размер элементов, да? Вот как здесь сделать? Давайте этим займемся. Это мы для линка напишем, ага. Во. Ну, в принципе, да. Еще момент только остается с тем, что у нас нет кнопки, которая крестик, да, я предлагаю сделать ее отдельно. Вот, давайте мы ее сделаем отдельно, пойдем в header. Угу.
И здесь в навигации где-нибудь сделаем button, button-addressed, burger close, area label, закрыть. Нет. Вот такая вот кнопочка, burger close. Ну и, собственно, можем мы прям в файлике burger описать, почему нет. Это скопируем. Да, и для телефона, ну, то есть то, что было в телефоне. Так, это у нас в хедер-фоне получается, да? Так, не вижу. Вот, да. Да, это действительно здесь. Давайте мы это заберем. Вставим сюда, только вместо phone у нас будет, соответственно, нечто другое. Ну и навигацию. Давайте, раз уж мы доделаем ее, давайте сразу. Собственно, что здесь нам нужно будет? Так, давайте опасти. Ну, visibility hidden. И transform. Не transform, а transition. Так, на опасти. На traces and out и на visibility. Так. Не пропало, хорошо. Ну и, собственно, у нас там добавляться будет класс MenuActive. Я предлагаю прямо здесь это написать. Пасти 1, visibility visible. Есть. Ну и теперь, если все правильно написано, то вот наш меню появляется по клику на кнопочку. Нам остается лишь сделать свою кнопочку до конца вторую, да. Она где-то у нас... Вот она у нас есть, да, хорошо. Значит, мы можем просто взять крестик теперь. Так. 14 на 12, окей. Так, это у нас будет close. И для... Вот сюда мы задаем, да, close. 14 на 12. Ну и здесь, конечно, position absolute. Right у нас будет, получается, var container offset. Да, а top у нас будет... Сложно сказать, какой. Давайте найдем примерно его. 30 пикселей. Топ 30. Ну и вот, да, он у нас есть. Хорошо. Он сейчас не работает, потому что у нас код прописан так, чтобы работать на специальную кнопку. Давайте мы это изменим. Точнее, посмотрим, как это все работает. Это у нас в бургере. У нас есть, собственно... Это бургер, это меню. У нас нет кнопочки закрытия в принципе, да, получается. Вот, поэтому давайте это сделаем. Ну вот, просто добавим кнопочку прямо сюда, в этот код. Здесь будет data menu close. Да, ну и, собственно, мы будем делать то же самое, только по клику на эту кнопку. Вот так. Атрибуты. Да-да-да, здесь все нормально, здесь все работает. Ну и, собственно, да. Вот. И еще, ну, стоит добавить каждой ссылке, да. Это у нас дата меню item. Так, не сюда. Вот сюда. Дата. Так, крестик по-прежнему не работает. Давайте смотреть, почему. А, ну, я же не задал дата меню close. Да-да-да. С чего будем работать? Так, дата меню close. Оп, работает. Если мы нажмем на пункт, тоже работает, потому что задан дата меню item. Отлично. Вот бургер вот так очень легко работает. То есть мы что сделали? Просто задали здесь дата меню close, который прописали, да. Задали здесь дата бургер и для менюшки задали дата меню. Ну и немножко стили свои написали, да, чтобы это было, ну, плюс-минус там красиво, скажем. Хорошо, отлично. Ну и остается у нас модальное окно плюс его адаптив. Так, что у нас здесь? У нас модальное окно открывается поподробнее. Вот. Собственно, давайте делать модальное окно. Здесь все довольно-таки просто. Вероятно, у меня отключилась камера, но подумал, что осталось минут 20-30, поэтому, в принципе, не стал ее уже заряжать, подключать. Давайте уже так продолжим. Ничего страшного.
Итак, у нас есть этот блок. Давайте превратим его в макет, собственно говоря. У нас есть models, да, вот. И вот здесь в контенте мы можем вот прям начинать верстать наше модальное окно. Давайте сейчас переместим вот так. Так, и вот так. Ну и, собственно, у нас очень простое модальное окно. На самом деле есть верхушка, есть низ. Поехали, это будет у нас, значит, давайте зададим куда-нибудь сюда еще класс model. А просто model, либо давайте назовем это pop-up. Ну, это будет pop-up top. Вот, и здесь будет pop-up image, где мы вставим наш gpicture. И укажем img pop-up 1 какой-нибудь, собственно, jpeg, да. Вот так. И размеры давайте сразу заберем. 160 на 222. И напишем, что это Марина Орлова. Есть. Далее у нас будет pop-up текст. Это у нас будет, собственно, pop-up name Марина Орлова. Далее у нас будет pop-up post какой-нибудь. То есть пост человека, ну не знаю, преподаватель по робототехнике. И у нас будет URL с классом social. И list reset не забудем. Так, list reset social, вот так. Далее li social item и a social link. Здесь так, добавим сюда еще target blank. Вот, ну и здесь будет внутри SVG-шка. Вот воспользуемся как раз таки SVG-спрайтами. Давайте сразу экспортируем их. Папку SVG. Так, это не то. Давайте найдем. Вот оно. SXAMG, SVG. И здесь у нас будет Tooltip icon, да, пусть будет. А здесь у нас будет еще и, собственно, FB. FB. Ну, а здесь у нас будет Insta. Так, SVG. Сделаем просто in. Там будет быстрее. Хорошо, ну и здесь делаем gUse. Собственно, сниппет, который подключает SVG-шку. Здесь будет FB. Ну и добавляем новую лишку, которая будет in. Верхушка на этом почти готова. Давайте еще в кнопочку закрытия мы напишем слово закрыть. Вот так. Отлично. Ну и табы. Можем, в принципе, сразу табы сделать. Для этого давайте мы перейдем сюда. Здесь у нас где-то есть готовые модули, табы там тоже есть. Вот, snippet gtabs нам нужен для этого. То есть под pop-up топом мы сделаем, давайте, pop-up bottom. Вызовем gtabs. Так, давайте попробуем gtabs. Вот. Вот у нас такая структура, где есть у нас наши кнопки. Собственно, если посмотреть на макет, да, то вот они, вот эти кнопки три. И есть какой-то контент. Хорошо. T-panel, T-panel, T-panel. Здесь все нормально у нас, в общем-то. Хорошо. Далее что нужно сделать? Далее нам нужно будет заполнить атрибут DataTabs. Давайте назовем, DataTabs pop-up назовем. Далее для класса tabs вызовем mixInTabs в SCSS. Или используем подключение скрипта библиотеки. Да? Давайте используем подключение скрипта библиотеки. Это у нас в файлике vendor должно быть. Вот тут. Вот, собственно, подключение. Раскомментируем. Там всего один стиль, но тем не менее он нужен. Да, точка запятой не забываем, конечно же. Вот, ну и зайти в functions, да, и раскомментировать строку. Но опять же, мы будем подключать отдельным файликом. Это все дело вот сюда. Tabs.js. И будем лишь functions отсюда копировать. То есть в данном случае functions у нас просто как шпаргалка, которая всегда в сборке. И, в принципе, всегда можно ее использовать. Ну, вместо таба мы пишем pop-up, конечно же. Вот. Ну и что? Ну и что, и что? Подробнее. И вот наши три кнопки. Собственно, здесь уже, я думаю, все будет работать. Давайте только заполним эти кнопки теперь нормальным контентом. Так, образование, опыт работы, награды. Хорошо.
Есть, конечно, вероятность, что не сработает данный плагин внутри модалки или еще что-нибудь. Я не тестировал его полностью, но да, будем считать, что пока все ок. Так, это у нас, собственно, общее какое-то описание. Давайте сделаем это как pop-up Desker. И внутрь вставим просто пешки, pop-up текст какой-нибудь. Pop-up текст тоже используется, да? Давайте сделаем pop-up info вот здесь. Там будет pop-up текст. Ну и, собственно, мы это все в каждый свою пешку вставим. То есть вот так прям берем пешка. Снова пешка. И так далее. То есть... Так, не забудем здесь tag p обязательно. И, собственно, вот так. Хорошо. Это все. Здесь мы закрываем. Pop-up desk закончен. Дальше у нас будет... Давайте сделаем что-нибудь типа pop-up контент какой-нибудь. И здесь будет H3 pop-up subtitle. Курсы и тренинги. Ну и тут пошло, по сути, то же самое. Мы просто... Давайте это скопируем, да и все. Не будем сильно здесь выдумывать. Вот. Опять же, наша задача не контент модального окна, а просто показать, как это работает. Вот. Ну, моя задача. Хорошо, поэтому давайте так. И, собственно, мы можем даже, наверное, этот tabs panel скопировать. Пока что, по крайней мере. Хорошо, подробнее. Вот наше модальное окно. Не видно почему-то Инстаграма, но хотя он здесь есть. Разбираемся с ним, окей. И давайте теперь создадим, собственно говоря, файлик SCSS. По-моему, у нас еще его нет. Так, pop-up. SCSS создаем. Идем сразу в main. SCSS его подключить. Вот, давайте закроем все лишнее. Нам пока это все не нужно. И вот наш pop-up. Окей. Значит, поехали. Давайте картинку тоже экспортируем сразу. Постоянно переключается на другой экран, поэтому я это сделаю за кадром уж. Экспортирую картинку женщины, имеется в виду. Вот, она должна появиться у нас сейчас, по идее. Да, она есть, хорошо. Итак. Значит, давайте разбираться, что нам тут можно сделать. Нам нужно использовать будет класс model, да? Точнее, класс... Так, вот он, graphModelContainer. Так, а у нас для graphModelContainer задан свой pop-up. А, ну тогда все, тогда просто pop-up. Pop-up и поехали делать. Давайте макет сюда. Значит, что у нас тут? Отступы по 40 пикселей. Значит, padding 40 пикселей. Есть контакт. Далее у нас есть еще граф Model Close. Пожалуй, я ее прямо здесь запишу. Сразу ее застилизуем. Тут ничего сложного, поэтому давайте сразу заберем все нужные нам стили. Это у нас var second text, по-моему, да? Как-то так называется. Давайте проверим, я уже и не помню. Так, vars, это у нас... Нет, текст color. Окей. Видимо, на другом проекте где-то использую second text, поэтому так. Окей, вот наш закрытие есть. Хорошо. Теперь нам нужно сделать... Текст line write нам не нужен. Нам нужно сделать write 0, top 0 пока что. Так, интересно, почему оно так располагается. А, потому что у нее есть размеры. Да, размеры нам тоже не нужны. Мы сделаем width auto, height auto. Вот, теперь она находится с краю, как и должна. И нам этот край нужно просто 40-40 сделать и там, поэтому делаем 40 пикселей с двух сторон. Все, даже смотреть не будем, там все четко. Окей, далее идем. У нас идет pop-up top, display flex. Сразу же задаем. Да, это чтобы они вот так выстроились. Окей. Идем сразу дальше. У нас здесь есть pop-up image, да, или как мы там называли его. Да, image. Значит, image мы сразу задаем margin right 40. Далее у нас идет name. Сразу можем стилизовать его. Вставляем. Я, опять же, на рутинных таких вещах ускоряюсь, потому что, ну, нет смысла на них тормозиться. Это все вы и так все умеете.
Далее идет пост. Вставляем это сюда. Это снова будет var text color. Здесь будет 400. Отступ сразу смотрим 10 пикселей. И здесь сразу тоже 10. Угу. Ну и social я предлагаю это сделать все-таки в отдельном файле. Все-таки социальные сети могут быть где угодно. Поэтому я предлагаю сделать именно так. Так, давайте еще позакрываем лишнее немножко. Здесь у нас будет social. У social мы сделаем displayFlex сразу же. LineItemsCenter. У item, то есть отступ между элементами 10 пикселей. Мы сделаем здесь not lastChild margin right 10. И дальше обращаемся к link. Там with, ну, displayBlock with 30. Есть 30, SVG внутри, дисплей-блок размеры по 100% и Object Fit Color. Вот, ну и здесь еще fill. Fill у нас будет var. Что у нас там, как называется он? Dark Color, там Dark Color. Проверим. Ага, иконка встала. У Инстаграма что-то не так, проверим. Ошибки нет при этом, то есть он его нашел. А, SVG, а здесь пропущенный знак у нас. Видимо, когда я копировал, забыл. Вот теперь должно быть. Проверим. Да, идеально, все здесь на месте. Отлично, идем далее. У нас табы. Но мы не будем задавать какие-то свои классы, мы просто прямо здесь их, наверное, напишем. Да, почему бы и нет. Давайте, tabs. Нам нужно обратиться сначала к tabs. Давайте вот так сделаем. NavBTN. Tabs NavBTN. А в принципе, можем не обращаться лишний раз. Мы можем просто написать btn-rest на самом деле, да и все. Так будет гораздо проще. Чем мы будем сейчас все сбрасывать, зачем, когда у нас брос уже готовый, прописанный. Да и все. Нам главное сейчас вот здесь вот сделать верные стили. И вот этим мы уже будем заниматься непосредственно прямо тут. Так, хорошо. Dark color здесь. Отступы 180 пикселей, 187. Не очень хочется делать такие отступы, конечно. Давайте мы, наверное, сделаем max width какой-нибудь 70%. DisplayFlex, LineItems, Center. То есть немножечко здесь схитрим, так сказать. И space between. Вот, при этом они встанут, ну, приблизительно так, как нам надо. Не совсем, но приблизительно так, как нам надо. Единственное, что у нас тут еще с краю какой-то отступ. А, ну, собственно, да, вот обснова нужно сбросить отступы. List rest. Это нам поможет сделать. Окей, смотрим еще раз. Во, идеально, все четко. Так, подождите. Угу. Хорошо. Значит, здесь отступ 40 пикселей. Это мы сделаем у pop-up топа. Вот здесь. Margin bottom 40. Есть. Далее у нас есть padding bottom навигации. И вот этот border. Значит, мы возьмем... А какой там отступ у нас? 20, да? Значит, мы сделаем как? Мы сделаем здесь... Так, не туда. Padding bottom 20 и сделаем вот этот border сюда. И, в принципе, должно быть ок. Да, только не бордер со всех сторон, а бордер ботом, конечно же. Вот. Так, только у нас бордер на всю ширину. Так, подождите тогда. Tabs, давайте мы добавим здесь просто еще tabs меню какой-нибудь блок. Мы это можем делать без проблем. Здесь не должно быть проблем именно с точки зрения разметки. Вот, и добавим здесь все-таки меню. И вот это мы перепишем на меню. Просто чтобы это было на всю ширину. Вот, ну немножко упростим жизнь себе. Так, смотрим. Во, вот теперь все четко, все как надо. Хорошо. Ну и теперь контент. Да, у нас почему-то скрыто все сейчас. Интересно, почему? Проверим, как работает, вообще работает ли у нас. Так, Data Tabs вижу. Не работает наш плагин, судя по всему. Да, он ничего не показывает.
Либо потому, что это все в модальном окне, и изначально дисплей NAND сделано. Либо потому, что мы неправильно что-то подключили. А, возможно, мы не подключили файлик tabs.js. Скорее всего, так и есть, да. Tabs надо подключить вот сюда. И тогда должно работать. Проверим. Вот, да, наш первый контент. Ну и все, мы можем с клавиатуры уже переключаться. Собственно, вот стрелочка, мы выходим. У нас меняется контент, мы его пока не видим этого, но это происходит. Это мы сейчас поправим, естественно. Вот, собственно, вот у нас есть вот такой цвет, акцент color, да, это цвет активного таба, активной кнопки таба, если быть точным. У нас есть вот такой вот прекрасный класс активности, да, в который мы можем уже спокойно задавать все, что нам угодно. Поэтому мы так и сделаем. Это у нас tabs nav btn, и здесь есть active. Собственно, background color у нас будет transparent. У нас будет еще outline nav. Out color у нас будет var accent color. Вот, у нас есть активный элемент. Мы на него попадаем и можем спокойно фокусироваться, да. Единственное, что у нас еще фокус немножко здесь, да, background дает от стилей, но ничего, мы сделаем фокус свой, сделаем, опять же, вот эти стили, и все. Можем спокойно переключаться. Чтобы мы увидели разницу, давайте мы поменяем где-нибудь во второй панельке год какой-нибудь вот такой. Ну, просто чтобы мы увидели разницу, действительно. Нажимаем, переходим. И вот мы видим, дата меняется, значит, меняется и контент. Хорошо. Хорошо. Контент у нас на месте, да. И осталось его немножечко застилизовать. Давайте этим займемся. У нас есть pop-up. Так, давайте вернемся наверх, вот сюда. У нас есть Descartes, собственно, да. Сразу поставим margin 0. И возьмем все эти стили. Не, да, не main dark, а dark color. Опять же, да, в другом проекте у меня main dark, поэтому я иногда так пишу. Хорошо, в принципе, все ок здесь. Можно даже ставить как есть. И еще у нас есть... Так, а здесь как будто pop-up текст не сработал. Ну да, так и есть. Pop-up текст не работает. А здесь работает. Или нет? А, нет, подождите. А, сработал на Descartes. Все, понял, да. Нам нужно тогда не Descartes поставить, а текст. Вот так. Ну и отступ между ними давайте ставим бы свой какой-нибудь, ну, скажем, 5 пикселей хотя бы. Вот, хорошо. Ну и заголовок. Subtitle давайте тоже приведем в порядок. Это вот этот вот заголовочек. Так, здесь отступ снизу 40 мы сделаем. Этот заголовок сейчас давайте сделаем. От него отступ снизу 20 сразу. Вот так. Для Descartes 40. И для subtitle задаем правильный стиль. Так. Var dark color. Вот, хорошо. Ну, вроде бы все окей. Ну и отступ еще сверху добавить бы, да. Вот этот 20 пикселей. Это мы можем сделать как... Tabs panel, в принципе, обратиться к ней, сделать padding. Хотя, давайте сделаем просто pop-up desk-ра. Margin top 20. Вот так. Все готово, но, однако, у нас модальное окно сейчас занимает размер 882 пикселя в высоту. В макете это 768. Соответственно, мы сейчас для pop-up'а зададим max height 768 пикселей. Когда мы так сделаем, у нас, естественно, будет проблема вот с этим текстом. Ну, как я и говорил, мы сделаем обязательно скролл. Ну, кстати, давайте сделаем еще умнее, чем я до этого сделал. Собственно, не просто tabs panel будет, да, а будет еще внутри оберточка. Будет у нас pop-up какой-нибудь bottom контент, например, да, и в него мы будем уже вкладывать все остальное. И именно на этот блок мы будем вешать уже непосредственно скролл. Вот. Поэтому давайте так. Pop-up. Вот там контент. Да, это все мы будем вставлять вот сюда.
Вот, ну и тогда мы сможем, в принципе, лишиться ненужного маржин-топа вот здесь, да, сможем использовать вот там контент как паддинг, вот топ-20, и нам, в принципе, нас это устраивает. Теперь по поводу скролла, в принципе, он здесь рядом есть, вот, нет, это не то, это управление скроллом, а нам нужен сам скролл. Где-то он тут есть. Вот кастомный скролл. Мы раскомментируем строку с импортом плагина. И просто нужным элементом добавляем максимальную высоту и атрибут DataSimpleBar. То есть нам нужно задать вот сюда везде DataSimpleBar. Вот так. Да, сохраняем. И нужно будет... Ну, давайте создадим... Создадим CustomScroll.js. Да, и вот эту вот штучку, которая здесь прописана. Вот она, SimpleBar. Ставим сюда. Ну и, конечно, не забудем в компоненте это все подключить, иначе не сработает. Custom Scroll. Конечно, сейчас не факт, что сработает с самого начала, потому что там все зависит, конечно, от контента. Ну, да, данную секунду не работает. Давайте проверим, что у нас тут. Сам плагин заработал, возможно, еще не подтянулись стили. Давайте проверим стили. Это у нас в файлике Vendor. Ага, в файлике Vendor их нет, давайте мы их сами тогда подключим, не проблема. Собственно, node models, ищем SimpleBar. Вот он, ищем dist и ищем здесь min.css. CSS не нужно писать, иначе выдаст ошибку. Ну, а все остальное должно уже работать. Еще раз обновимся. Вот. Здесь, наверное, мы пойдем другим путем. Нам нужно будет найти... Ну вот смотрите, здесь у нас 160. Здесь тоже где-то 160. Хотя давайте проще сделаем. Мы просто возьмем, высчитаем это дело. Примерно вот так. 375. Значит, мы сделаем не всему поп-апу Max Height, а мы сделаем только нижней части. То есть тому же bottom-контенту, вот сюда, 375 пикселей. То есть ограничим только низ. Вот, и вот, собственно, появляется скролл, да. Скролл рабочий, все идеально работает, все четко. Ну, единственный момент только в том, что нужно привести его в такой порядок. Да, давайте приведем. Собственно, здесь ничего такого сложного нет. Итак, нам нужно найти где-то элемент. Вот он, vertical. Внутри есть scrollbar и внутри есть before. Собственно, нам нужно сначала вот этот vertical стилизовать. Мы прям можем это взять как есть и где-нибудь в попапе прям даже вложенностью вот здесь прописать. Значит, что у нас там в макете? У нас здесь вот такая вот штучка есть. Угу. С неким бэкграундом и так далее. Трансформ не нужен. Бэкграунд есть, бордерадиус тоже есть. И у него и размеры, и ширина 5 пикселей. Ну, давайте зададим. Так. Вот, появляется наша полосочка, ну и остается внутри вот этот before стилизовать. Именно before отвечает непосредственно за стилизацию самого элемента. Мы поставим здесь left 0, right 0 обязательно. Вот эти сбрасываем вот эти вещи. Opacity всегда 1. И мы поставим что? Тоже width 5. Width 5 тоже border radius 40 пикселей. Ну и background, я так понимаю, там просто мы, ну, наш dark color, да, поэтому... Dark color. Ой, так, извиняюсь, закрыл случайно. Так, подробнее. Ну, возможно, там все-таки не dark color. Нет, все-таки он, да, все правильно. Ну и все, вот. Единственное, что еще вот здесь можем добавить отступы. То есть там было 20, да? Ну и тут давайте добавим 20. Сделать это несложно. Мы, собственно, должны, по-моему, вот этому классу задать margin top 5. Ну, 5, 20, да. И margin bottom 20, по-моему, так. Да, действительно, вот теперь это работает как надо. Ну и, собственно, давайте проверим. Мы переключаемся. При этом, видите, скролл у нас умный, так сказать, да, он тоже работает. Тоже все четко отрабатывает. Даже при переключении табов. Давайте для ради интереса проверим, действительно, чтобы все было хорошо. Скажем, добавим в третий какой-нибудь элемент. Просто много контента. Так, подробнее. И вот видите, насколько скролл меняется, да? То есть это все работает, мы можем скроллиться без проблем, все у нас четко. Ну и кнопка «Закрыть» работает, и кнопка вот эта тоже работает, здесь все отлично. Остается у нас стилизация под мобильные данного окошка.
Ну, здесь слишком сложная стилизация, на мой взгляд. Такая вот прям, ну, нужно будет много делать. Я предлагаю, опять же, сейчас не заморачиваться с этим. Я предлагаю просто его под себя немножечко стилизовать. Более-менее правильно. Этого будет достаточно. Да, и, кстати, у нас размер... Я не задал ширину изначально, да? 940. Вот, давайте мы ее, наверное, зададим. То у нас изначально ширина 1000 пикселей, по-моему, у окна. Да, давайте зададим 940. А лучше мы зададим 100% и макс width 940. Так будет получше. Соответственно, будет 100%, а макс width 940 пикселей. Вот так она немножко сожмется. Ну и все, давайте смотреть адаптив, что нам нужно будет сделать. В принципе, почти ничего на самом-то деле, да? Да, вот здесь только единственное. Так, проверим. Ага. Здесь у нас... Здесь хорошо, сравним еще. Так, а где у нас это должно быть? Подождите, сейчас проверим. Не отменяется, да, before? Хорошо, мы сделаем сейчас вот здесь новый стиль, graph model before. Мы должны отменить before где-то на 1024, потому что, видите, из-за него вот эта вот большая пустота. На десктопе эта пустота нужна, чтобы сделать четко окно по центру. Здесь оно не нужно, поэтому давайте мы его отключим. Надо будет внести это мне в плагин, не забудь потом. Вот таблет, дисплей, вот, и теперь окошко у нас открывается корректно. Да, все хорошо. Окей, значит, мы, в принципе, спокойненько доезжаем до ширины 629, да, ну, до 768, грубо говоря. Проблем никаких нет, и это хорошо. То есть все у нас в целом прям, ну, отлично. Остается только подумать, что нам сделать с этим. Ну, предлагаю просто немножечко исправить. Ну, что мы можем исправить? Смотрите. Мы когда открываем окошечко, у нас вот здесь не поместится уже закрыть явно, да, на 768 и ниже. Соответственно, давайте breakpoint, это у нас small tablet, хорошо. Значит, мы что сделаем? Мы, пожалуй, вот этот padding, small tablet, мы увеличим padding top, например, до 60 или до 80, чтобы на нашу кнопку закрыть это не влияло. И все, и не влияет, собственно, проблем никаких больше нет. Видите, все уменьшается достаточно корректно. Хорошо. Далее вот здесь у нас происходит проблемка с элементами. Видите, они накладываются. Да? Ну, здесь проще всего сделать перенос в какой-то момент. На 576 мы вполне себе можем сделать, то есть на мобайле. Мы его сделаем где? Давайте проверим. Так. Наверное, вот здесь в Navi, да? Вот с точнее, мобайл, да, у нас уже мобайл. Include мобайл. Flex wrap. Мы сделаем wrap. Это раз. Ну, пока не переносится, потому что есть отступы. Ну, мы сделаем сейчас вот tabs на white еще. Мы сделаем margin right какой-нибудь не маленький, да, и margin bottom тоже небольшой. Но это все, конечно же, тоже на мобилке. Вот это я все сделал для того, чтобы элементы, ну, могли не поместиться. Вот, собственно, это и происходит, элементы не помещаются. Здесь по-прежнему все в порядке, я не думаю, что здесь стоит что-то менять. Идем дальше. И вот здесь уже можно уменьшить паддинги. Наверное, даже на мобилке это стоит сделать сразу. Я думаю, да, давайте так и сделаем. Собственно, include mobile. Мы сделаем паддинг 20 пикселей, ну а паддинг топ 40. А только не margin, а паддинг топ. 40 маловато. Хотя, подождите, если мы сейчас изменим еще и кнопочку, то есть сделаем ей right 20, top 20, то, в принципе, нормально все выглядит. Здесь все хорошо, здесь все переносится и тоже работает. Вот здесь момент с контентом, он немножко не помещается, да? Давайте перейдем на 320. Вот. Точнее, он помещается, но маловато места ему. Здесь можно... В принципе, просто задать padding right. Но для чего? Нет, не то. Точнее, то, но не работает.
Так, а если мы зададим Types Panel самому, точнее, ботом контенту. Во, кажется, то, что нужно. Значит, для ботом контента, в принципе, можем задать этот паддинг сразу по умолчанию, пусть он будет всегда. Он не мешается нигде. Вот, ну и, собственно, вот так это будет выглядеть. Здесь пока оставляем так. Ну и здесь еще можем сделать что? Можем сделать этот отступ поменьше. Pop-up image. Тут mobile, margin right 20 мы можем сделать. Немножко будет места большего текста. Ну, так получше выглядит. Ну и все, смотрим. Вот наше модальное окно. Оно у нас спокойненько перемещается. Все в порядке. Все у нас работает. Вот как-то так. Надеюсь, за все это видео вы поняли, что пользоваться моей сборкой, ну, по факту несложно, да. Все есть документация, абсолютно все, что вам нужно. Единственное, что вам нужно знать для работы, действительно, это как работают импорты. То есть просто нужно понимать, как в JS работают импорты. Ну, вы заходите на какой-нибудь Learn JavaScript, да, ну, или там просто пишите импорт, экспорт JS. И первая ссылочка, либо вторая, вот он, экспорт-импорт. Читаете, как это все работает, там все достаточно просто. Поэтому просто прочтите, разберитесь. Ну а так, в целом, документация по всем этим вещам есть, как это все использовать, тоже есть. Плюс можете посмотреть на GitHub данного проекта, тоже, как это все сделать. То есть вообще проблем быть никаких не должно. Опять же, будут вопросы, пишите в комментарии, либо пишите еще лучше в группу Телеграма. Все-таки там у нас и быстрее ответят, и более детально можно свой вопрос расписать, чем в комментариях YouTube, ну и так далее. У меня на этом все. Надеюсь, видео вам понравилось. Если да, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно нажимайте на колокольчик, заходите в нашу группу в Telegram. И всем до скорого, всем хорошего вечера, дня или утра. И пока.